Итак, всем привет. Надеюсь, меня слышно. Сегодня продолжим мы этот стримчик. К сожалению, я не успел сделать все эти камушки на этой неделе, поэтому на этом стримчике мы их продолжим делать. У меня просто была мысль, чтобы их доделать в офлайне, а потом поделаем, ну, покрасим там и все такое. Так что плюс один стрим получается добавится к этому персонажу. Вот. А что мы сегодня будем делать? Ну, доделаем. Я планирую, наверное, доделать вот эту большую часть, которая вот тут в ногах, на руках заодно прикинем. И еще такая, к сожалению, в этом, на этом персонаже нет таких штук, которые можно что-то применить из-за нового ZBrush'а. Вышла новая версия буквально в среду. Я еще сам не все тут потыкал, какие-то штуки посмотрел, да, но одно дело их просто прикинуть, а другое дело в бою, так скажем. Вот в бою на стримчике, к сожалению, может быть, что-то я придумаю. Пока не знаю. Что за материал, пожалуйста? Это обычный материал. Сейчас скажу. Давай я вот это уберу. Даже не уберу, наверное, а... Так, сейчас. Это обычный материал, сделанный из... Здесь он на данный момент, после рендера, он начинает так светиться. Но у меня есть версия в несколько разновидностей. Сейчас я покажу. Когда он здесь светится, но он не всегда удобно. То есть вот что-то вроде... Здесь он не сильное свечение, такое слегка. Я его сделал. Идея в том, что это обычный блин. А блин материала, где он тут? Вот этот. Вот этот вот. Но у него включен режим VAX. Это вот здесь вот. Рендер ша... Сейчас я покажу. Вот. Превью VAX. И, насколько я помню, по-моему, надо его же включить еще в... Сейчас я найду. Материал. Сейчас. Вот. А, VAX Strange, кстати, он... А, он тут отключен, потому что это обычный материал. Вот он здесь немножко добавлен, да? Это вот, VAX Strange 70. То есть, короче говоря, это просто-напросто режим... Оскар. Вот это у меня есть VAX совсем такой максимальный, так скажем, помягче. То есть это просто блин, на котором включен режим воска. Он такой помягче получается. У меня точно такой же есть материал для скиншейда. Сейчас я покажу. Вот, скиншейд VAX, все то же самое. Просто на нем сейчас он не покрашен, но вот эти штуки, видите, да? На голове, да, он такой немножко восковой, не восковой, даже не знаю, как бы, да, такой более мягкий, что ли, как пластиковый, мягкий пластик такой. А вот это разница между обычным скиншейд 4. Это обычный скиншейд, а это с режимом VAX. Он вот так меняется. То же самое и вот с блином сделан. То есть... Он такой чуть помягче, как бы, поэтому я его использую. У меня он по умолчанию вообще стоит. Это что-то, по-моему, середнячок, что ли. Вот, по-моему, скин VAX 50 или 30 какой-то. 30, 50 и 70 – это процент вот этого силы воска. Вот VAX – это 100% максимально светит. Ну, можно еще сильнее сделать, но вот как бы, да. А я сделал еще для себя три материала разновидности, у которого сбавлены вот эти штуки. Почему? Потому что иногда бывает, когда модель меньше по размеру, этот VAX начинает сильно светиться. Вот здесь еще не так сильно заметно, но на рендере он начинает как бы вот так вот сильно-сильно это вот свечение, да, но пробиваться. Тогда это не надо, поэтому я сделал для себя вот такие варианты, когда вот, допустим, 30% на рендере, он уже не так сильно бьет, да, и вот, вот такое вот. То есть чисто из-за рендера вот так. А, привет, Дим. Отлично, что смотришь. Вот, так что это просто режим VAX. Еще раз, на всякий случай, потом на записи, если смотреть будешь, да,
включаешь режим на рендере, Vars Preview, заходишь в материал. Я выбрал Blin или любой другой скиншейд Vars какой-нибудь, или вот Blin. Делаешь, можно сделать клон этого материала, чтобы у тебя остался оригинал. Помню, где он делается, где-то здесь. По-моему, через сейф. И его обзываешь. И потом... Точнее, ну да. И вот здесь в материале, вот в этом, добавляешь силу вот этого, силы самого вот этого эффекта. Вот здесь сейчас стоит 30%. Вот у меня 30% стоит. Это вот если нужно. Вот. Он такой помягче на вид выглядит. Кстати, на прошлом стриме, что самое интересное, у меня, я заметил, что у меня что-то стал тормозить комп. Оказывается, при Dynamesh он мне сделал некий такой мусор, и у этого мусора было много, такая небольшая точка, там было около 1 000 000 полигонов. Вот. Я когда стал чистить, смотрели лишний мусор, он тут убрался, и тоже забавно, короче. Тоже следите, что если у вас неоправданно слишком что-то странное, да, вроде модель не должна много весить, что-то неправильно, то вот так. Кстати, видите, у нового Браша 2022 вышли вот такие вот штукенцы здесь вот. Это, короче, фильтры. Здесь сейчас не так это видно, хотя можно попробовать. Идея такая, то что вот, например, можно на каждый фильтр назначить те материалы, которые, ой, те сабтулы, которые вы хотите видимыми сделать. То есть, например, вот я хочу, чтобы, например, вот у меня в первой версии было все, а на второй версии у меня было, например, только, ну, например, вот так вот, да. То есть, если я вот так буду переключать, у меня вот переключаются вот эти вот штуки, которые я выбираю. Кстати, весьма удобно вот так делать. А что, если много сабтулов, потом управлять ими неудобно. Ну что, давайте начнем. Я тут больше прошлого стрима ничего не менял, поэтому мы продолжим. Единственное, что я, наверное, вот эту штуку оставлю. И начну это... Продолжим на другом сабтуле, чтобы это как есть осталось. Вот эту штуку, это исходная сфера, которая у меня была. Я ее разделю на новые, чтобы он у меня был как основа сплит, на которой потом все это будет навешиваться. А кстати, может быть, даже имеет смысл воспользоваться вот этой штукенцией, чтобы мне, например, указать, что вот тут у меня будет видно голова. Оригинал вот такой вот, и все. И, может быть, вот это. Так, да. А здесь у меня он будет весь. То есть, если я буду делать что-то, да, вся фишка-то в том, то что... вот эту сферу у меня спрятана внутри, но когда я делаю, использую вот этот инструмент... Кстати, вот этот XMD оказалось, что тоже обновился в новом Браше. Они же тут добавили, короче говоря, файл. Вот здесь вот. И здесь добавили OpenXMD Toolbox. Это вот эта хрень, короче, и есть. Вот эта штукенция, короче. Они, ну, что-то вроде, ну, как кейшот там, да, они типа официальной поддержки этого плагина сделали вот через такую кнопку. А когда я стал ставить, оказалось, что был до этого плагин 2.0, а тут оказывается 3.0. Ну, короче, тоже подмарафетили, так скажем. Вот. Это все кисти я использовал стандартные, брашевские, так что тут ничего такого нету. Просто в эту панельку вывел. Ну и давайте мы поделаем ему. Если я посмотрю, я, наверное, вот не знаю, ребята, с чего лучше начать. Кстати, наверное, все-таки придется воспользоваться новыми фишками Браша. Мне понравилось. Они Гизма сделали. Теперь она у Гизма тоже управление, такую функцию добавили, короче. Очень интересную. Для позинга очень весьма прикольно. Надо будет пощупать это дело. Я предлагаю, наверное, смотрите, торс еще как-то более-менее
по силуэту хоть что-то попадает, а вот ноги, мне кажется, надо допиливать. Вот я предлагаю, наверное, может быть, даже вот с этой части, вот с нижней начать, потому что здесь тоже вроде как по объему попадает так плюс-минус. А потом перейдем вот к остальным, которым тут не хватает. Вот, наверное, я думаю, так вот. Вот. И... Так, я не помню, как я там... Ладно, сейчас мы разберемся. Я там Dynamesh же настраивал. Режим Dynamesh. Давайте сразу тоже... А, он мне так и остался. Все, супер. Все. Вот. Настройки. Эти настройки, как я делал, на прошлом стриме есть. Я сейчас не буду отвлекаться на это. Ну, просто два раза видно, это уже смысл. Ну, давайте поделаем. Так, подскажите, пожалуйста, для чего эта сфера внутри? На, сейчас я покажу, смотри. Дело в том, что вот эта кисть, она в браше есть 21.7, это вот от нее все пошло оттуда. Или она вот здесь вот есть. Сейчас. Где-то, короче, тут она должна быть. Она по умолчанию уже у вас должна быть. Уже быть вот в этой штуке. Это в версии 21.6 или 7 где-то вот в этих. Вот она. Эта сфера вот в чем фишка. То, что она... Эта кисть работает на каком-то предмете. То есть начало, когда вы начинаете делать вот такие вот штуки, использовать вот эту кисть, она, видите, основа у нее на маске сделана. Вот. И если мне нужно сделать на чем-то другом, то есть мне нужно вот так вот сделать первую сферу, это вот начально заготовочно, и через пробел ее куда-то вот отстранить. Но если мы сделаем эту сферу внутри и покажем объект, то он будет цеплять не от сферы, а от вот этого объекта, который у нас на другом вообще саптуле, но он видимый. Смотри, вот если я сейчас возьму, вот здесь начну рисовать этой кисточкой, он мне пошлет, ничего не делает. Потому что нужно от какой-то мешки. Но если я это буду делать... даже вот это покажу, от мешки, которая даже на другом саптуле, ее сделает. Именно для этого я и сделал эту сферу, потому что я на этом саптуле, да, на нем какая-то мешка должна быть. Но он цепляться будет вот к этой мешке. Плюс ко всему, у меня этот саптул будет уже как вот этот получится, да, с этими камнями. То есть он для этого сделан, чтобы как исходный, от которого он будет все это считать. Вот, для, вот такой финт, как бы. То есть я просто буду вот этой кисточкой делать тут вот эти все штукенцы и не заморачиваться, а мне эта сфера нужна чисто технически, она как таковая не участвует. Так, давайте, знаете, что еще я сделаю? Я хочу убрать Lizzy Mouse, Lizzy Radius на 0 или на 1 или вообще я включу. Даже, наверное, отключу. Здесь у меня 30 было, вот так. Она мне понадобится. Чтобы мне были резкие вот такие штуки, я мог рисовать. Если мне надо, да, чтобы вот это все как-то описать. Вот. И давай вот тут вот, что ли, чтобы мне видеть. И давайте еще вот что сделаем. Я немножко поверну вот так его корпус. И запомню вот это положение на камере. Это можно зайти вот сюда, Draw. И вот здесь есть, я не помню, Select Camera. А, нет, здесь она не на Sub... Если у меня был бы проект сохранен, то да. А так как я загрузил как Subtool, ну, Tool точнее, вот через... То мне надо заново это сделать. Идем сюда. И говорим, Store Camera. Ну, назовем ее... Будет, у меня один вид будет, да, я, в принципе, можно никак не обзывать, чтобы был. Теперь идея в том, что если я сбил это все дело, да, я могу смело это все восстановить через вот эту штукенцию. Выбрав камеру, то есть вот так, да,
и у меня камера. Это очень удобно, чтобы вот быстро. У меня эта штука выведена вот здесь вот. В своем личном меню я ее вот сюда добавил, чтобы мне было удобно все это делать. Они, кстати, еще добавили, дополнительно расширили эту штукенцию для сканов, если используются сканы с камер, 3D-сканы, да, запоминается весь этот объект. Так, вы достали со своим спамом. Помните. Вот, ну, давайте поделаем дальше эту штуку. Все эти камни, как оказалось, я использовал достаточно вот этих стандартных кистей. Не пригодились мне весь набор, который я в тот раз выбрал, на всякий случай. Ну так, чтобы было. Можно получать образование художественное или конкретно 3D-артист? Есть ли бесплатные аналоги, где после обучения ты получишь сертификат, диплом? Ты знаешь, насчет сертификатов, дипломов, весьма такая штука, то что даже если выдают этот сертификат, как правило, должен быть аттестация какого-то учебного учреждения, и оно не просто, как бы просто так его не пройти. Обычно, ну там есть параметры, у меня просто сестра работала в сфере как раз в каком-то вузе, да, в деканате была. Я у нее как-то спросил по этому поводу, мол, сертификатов, как они вообще. И она мне говорит, что, мол, типа, там очень сложная процедура такая, вот, и большинство, как бы онлайн-школ, как таковых, если и дают сертификаты, в общем-то, они больше как, условно, Филькина грамота. Вот. Если ты не учишься реально в вузе каком-нибудь, там, художественные вузы и так далее, да, у тебя тогда реальный диплом, корочка, вот он тогда, да, будет считаться, как бы. Все остальное, это как, типа, что-то вроде повышения квалификации. И, в принципе, при устройстве на работу, ну, может быть, это учитывается, но в любом случае дадут тестовое задание, и по нему будут судить, как бы, да, вот это все дело. Поэтому сложно сказать. По поводу, нужно ли художественное образование, оно не обязательно, но так или иначе, все равно тебе самому придет, ну, как бы желательно его как-то хотя бы либо самостоятельно, может быть, даже в школу художественную пойти, или еще что-то. То есть вот эта база, она сильно помогает, реально. То есть вот даже если ты сам просто обучаешься, рисунку или рисуешь, это очень сильно помогает, потому что очень много тут чего пересекается. Ну, много всего. Композиция какая-то, да, вот это вот, да, уже читаешь, как бы вот это все по-другому. Какие-то расхождения, может быть, и есть, специфичные больше, но сильно художка помогает реально. Вот, нормальные концептеры, они так или иначе рисуют. То есть они делают наброски на бумаге, да, несколько версий, потом это все 3D-шит, могут совмещать, надо сделать первоначальный набросок на бумаге, силуэт, например, какой-то, да, сделать набросок в 3D, потом отправить его в 2D, там допилить, там, да, потому что это быстрее получается, да, может быть, где-то прикинуть кучу вариантов, потом сюда отправить назад и сделать чистовую экрану. То есть это все очень сильно помогает. То есть именно как концептеры, если, да, вот концептеры, как правило, все так или иначе рисуют. Неважно, как они учились, сами, не сами, но 2D-шат, они 2D-шат. Вот, если концептором быть. Если трехмерщиком быть, то там больше техническая задача, тебе дали модельку, концептор вот такую картинку тебе нарисовал, да, и ты просто по ней делаешь больше механическую, вот, условно механическую, конечно, да. То есть тут тоже, конечно, соображать надо, потому что не все бывает видно где-то что-то, но все-таки. Вот. Но если как концептор, то, конечно, очень рекомендую, ну, так или иначе, ну, 2D-шку посмотреть. Так. Так, мы сейчас накидаем все вот эти блоки. Я потом растащу, мне сейчас надо просто понять вообще, какие тут объемы нужны.
здесь какая-то массивная штука. Наверное, ее, наверное, обобщить имеет смысл сначала, да, и потом мы ее разобьем на части, потому что сейчас мельчить смысла нету. Так вот как-нибудь, да, мы сделаем. Здесь тоже какая-то дичь у него. Я не очень пока понимаю. Ну, давайте мы что-то сделаем. Похожее. Нет, не подходит. Я сейчас что-то наделаю. А-ля похожее. Чисто вот... Вот... Вот так. То есть здесь, конечно, тут ничего не похоже. Вот. Но... По силуэту хотя бы что-то нафигачить. Для того, чтобы было понятно. Хотя бы как-то. Ноги у него, видите, я не стал делать толстыми, потому что боялся, что когда камни наберу, да, у него будет... Ну, объем наберется, короче. Поэтому мы тут как-нибудь... Если есть художественное образование или есть возможность такое получить, это, конечно, очень сильное подспорье, реально. Но не обязательно. Есть много людей, которые не учились на 2D-шника, нет образования, но в 3D. Но кто-то 2D-шил и, ой, 3D-шил и для себя после 3D перешел в, ну, как бы подтягивать, начал учиться 2D-шить. Вот. Есть наоборот люди, кто, те, кто уже 2D-шил, рисовало где-то или еще что-то, им, много раз я говорю, им легче вкатываться в 3D, они практически сразу, ну, им только к программе привыкнуть к этим, а так, в принципе, они уже много чего знают и много пересекается, как бы им в разы проще становится. Ну, нет, ничего невозможного, в общем-то, здесь дело как бы желания, так что это... такое. Но 2D-шка, конечно, штука полезная. Даже все книги по 2D-шке очень сильно помогают в 3D. Многие недооценивают, да, типа, а что там, какие-то это на самом деле. Здесь я так думаю, у него как-то вот так вот, что ли. Я сейчас вот чисто вот так вот смотрю, потому что, видите, сейчас здесь это, ну, типа, понятно, чего. Или непонятно. Так, давайте вот здесь наберем такую массивную часть, да, ему. Мощная. Тут коленка, кстати, да. Я не... Там переместим. Так вот, по-моему. Я потом туда ее запилю. Было бы что? Было бы что туда запиливать, а так. Что не так? А, это я потому что не с фигуры какой-то начал. Вот как раз и говорю, поэтому там сфера. Она... Так, ну... Давайте что-нибудь еще. Часть. Ну, наверное, пока хватит. С ногами разберемся. Или булыжники сразу надеть. Я пока вот эту видимую часть, а потом еще будем ломать голову, как ему придумать там, где вот нету вида, там уже надо будет самому придумать. Вот мы там с вами и поприкалываемся. Кстати, вот не хватает булыжника, да? Вот давай, вот этого. И... Давайте-ка... Я не знаю, вот... Как единую часть ему сделать, или как отдельно. Наверное, как единую, потом разбить не проблема, в общем-то. Сейчас я накидаю ему тут. Ну, у него... Ну вот, я пока так, потом все это раскидаем. Ну и давайте вот эти штуки мы тоже тут наделаем. Опа. Так вот.
Ну, у меня какая-то здесь объемная дичь, да? Чумовая какая-то. Вот так вот, да. Ну, вот эту третью, я, наверное, из нее потом сделаю. Давайте пока на этом остановимся. И потягаем все это дело в каком-то более-менее приемлемом виде. Вот так вот. У меня, видите, они получились все на разных полигруппах. Это сильно помогает, чтобы можно было отдельно каждый рулить. У меня вот даже Dynamesh, как раз вернусь немножко в Dynamesh. У меня здесь написано, чтобы групп, то есть идея в том, даже вот это, наверное, можно убрать. Групп говорит о том, то, что он мне не спаивает их вместе. Он оставляет полигруппы, чтобы мне их можно было как отдельные части. Если что, их можно даже потом разбить на отдельные сабтулы. Ну и попробуем потягать теперь все вот это дело. Давайте поближе, наверное, вот эту ногу сделаю. И потаскаем эти формы, мы их потаскаем кисточкой Move Topology, так как она учитывает полигруппы. Потому что обычный Move у меня будет таскать все, а этот, у меня же один сабтул, вот он. А эта штука у меня будет таскать только выбранную полигруппу. И на остальных кистях клай, я не помню, надо уточнить мне, да, чтобы у меня вот этот режим тоже был включен. Я вот здесь показываю, он на самом деле у меня вот здесь есть в меню, но это автомаскинг и вот эта часть, вот эту мы ее так выкручиваем. То есть у меня тогда каждая кисточка будет только полигруппу мазать, не задевая остальные, очень удобно. То есть когда и backface mask еще надо сделать. Почему? Потому что эта штука, если у меня тонкая, вот здесь вот, чтобы у меня не было слипаний. Backface mask у каждой кисти своя. То есть, если я переключу на какую-нибудь другую, ну, вот такую, да, видите, backface mask отключается. А вот это, кстати, он глобальный параметр. Ну, вот. У меня backface mask вынесен вот здесь вот. Здесь. Так, на одном стриме услышал, что лучше освоить Marvelous Designer, потому что это облегчает работу в плане одежды. Что думаешь на этот счет? Я Marvelous не пользуюсь, штука прикольная, но не во всех задачах она бывает актуальна. То есть обычно как делается? Ты его пробуешь, если он тебе реально помогает, то прикольно. Если смотришь именно в твоих задачах, чаще всего не очень удобно, ну, зачем? Я его не использую, потому что мне он неудобен в том плане, что мне там неудобно использовать вот эти выкройки. Какие-то простые штуки мне проще замоделить в браше. Ну, ту же там майку или куртку или еще что-то, да. Если какие-то идут дизайнерские фиговины, обычно еще используют для одежды, для складок каких-то. Или конкретно есть дизайн какой-то, идешь солдата, да, у него есть какой-то покрой. Может быть, имеет смысл дизайнер использовать. То есть тут такое дело. Я думаю так, что это лучше самому попробовать и для себя решить. То есть тут нет такого, что хуже лучше. Просто для себя реши, подходит ли для твоих задач это или нет. Я его не использую, но я не говорю, что это плохой инструмент или классный инструмент. Потыркай. У меня вот такая вот позиция, так скажем, да, когда то есть это такое весьма индивидуально. Потому что многие говорят, вот что порой неудобно, вот слушаться там 3D-шников каких-нибудь. Они говорят, да, там, вот это классно, но почему-то не все, ну, те, кто давно делает, они уже знают,
А вот начинающие бывают, у них штука такая, что они слышат что-то, но почему-то не учитывают, что для каких-то задач это какой-то метод может просто не подходить, он не используется. И ошибочно начинает человек думать, что вот так везде, так нужно сделать, и пытаться прикручивать то, что не нужно. Вот. Так что здесь я бы сказал, надо вообще все ПО, которые вы используете, пробуйте. Я рекомендую перепробовать все программы, которые вы только найдете. Особенно новичкам. Это вот моя рекомендация. Для чего? А для того, чтобы пусть не изучать глубоко, но как минимум потрогать, почему попробовать. А потому что только так вы поймете, что вам нужно, а что нет. То есть кто-то там для именно его стиля, его что он моделит там, да, то есть одни там, ну, если человек hard surface использует, да, у него много может быть моделинга, да, там ему одни программы подойдут. Те, кто там, скажем, стилизацию какую-то делает, там, да, анимешка там или еще что, ну, я условно так говорю, стилизованные какие-то персонажи, там могут быть какие-то другие программы более подходящие, не те, которые использует там другой человек. Вот поэтому это вся, вот в этом и загвоздка, что у каждого свое. А как понять-то, что нужно? Да просто тупо попробовать, посмотреть, пощупать, да, и для себя там подумать, о, мне так проще, мне вот в этой программе удобней, в этой программе мне не очень удобно. Ну, мне кажется, это самый простой вариант. Может быть, даже не нужно изучать глубоко программу, а вот просто ее какие-то базовые какие-то штуки попробовать и уже на основе этого для себя прикинуть, там, вот мне там понравилось, скажем, делать ретоп в коуте, например, да, там. Другой скажет, нет, мне там неудобно, мне вот там, скажем, мне вот блендер удобно, там, какую-нибудь штуку, там, плагин каким-нибудь, типа ретоп флоу, там, да, то есть это такое дело. Есть задачи, где действительно Marvelous облегчает задачу, быстрее получается. Вот, есть такое, да. Бывает наоборот, он, ну, где-то может быть нецелесообразный. Мне больше нравится реализм. Хочу про Hard Surface, думаю, над выбором между Майка и Блендером. Что посоветуете? Hard Surface — это моделинг. Тут, да, кстати, недавно, вчера, по-моему, была презентация от NVIDIA, был видосик такой. Там был Виталий Булгаров, короче говоря. Он крутой такой чувак, в общем. Посмотрите. И он, по-моему, делал... Как же называется программа-то? Сай это 2D-шка. А, как-то она там называется. Я вот сейчас не вспомню. Если, ребят, кто тут есть, кто в курсах, на S как-то она. И короткое слово, там буквально 3-4 буквы там. Вот. А вот там модели, как бы. Вот. А насчет между моделингом Maya и Brush, по-моему, вот даже и нет особо разницы. Моделинги, между Maya и Blender, пардон, там нет особо разницы. Почему? Потому что, ну, Blender в моделинге достаточно силен, как бы там много таких хороших инструментов. Вот. Я не хочу сказать, что там это кто-то в Максе делает. Вот. Но Blender вполне себе, как бы, так что... Так. Так, мне надо Batface Mask. На всякий случай. Вот. Единственное, что, если ты в блендере не работал, никогда еще. Вот у многих бывает такая особенность, что они привыкают к хоткеям блендера, и когда пересаживаются на
другие программы, ну так скажем, индустриальный стандарт, для них тяжело переезжать. И, ну, кто-то со мной не согласится, наверное, да, скажет, что удобно в блендере вот эти хоткеи сделаны, возможно, да. Вот. Но, может быть, имеет смысл поставить там в блендере есть выбор хоткеев, как бы, под, по-моему, называется Industrial чего-то там. Вот, как бы, хоткеи индустриальные стандарты. Вот. И потом вам легче будет пересаживаться на там еще какие-то программы, если вам понадобится что-то еще. Особенно вот это относится к вращению видов. Ну, кому-то прям кто-то визжит, прям, ну, классно, там, да, удобно сделали вращение вида. Я ничего не буду говорить, делаю привычки, но потом большинство программ... Вот-вот. Я в блендере, я честно скажу, когда в блендере решил посмотреть, я чертыхался в том плане, что, ну, после мая, да, и это я никак не мог вообще там понять, что как. Мне было очень тяжело. Вот. Вообще с хоткеями. Я сначала не понял, в чем дело. Я потом сделал для себя лично сравнительно такой вот тестик, такой небольшой. Взял, короче говоря, все программы, которые у меня были, 3D-шные, и посмотрел хоткеи, какие есть. То есть я взял... У меня был Maya, у меня был даже 3D-коуты я даже взял. Brush немножко отличается, но все-таки Substance взял, Marie взял, потом взял Keyshot я взял, как бы, да, вот эти все. Еще тот же Maverick Render взял, короче, то есть много, все, что у меня было, так сказать, Marbasset, вот это все. Вот. И посмотрел, какие хоткеи используются чаще всего во всех этих программах. И оказалось, что в большинстве из них, как правило, используются именно вот эти Ctrl-Alt-Shift для вращения вот этого всего. И только у меня отличие было немножечко у Brush'а, чуть-чуть совсем. И у Keyshot'а чуть-чуть у всех. И особняком стоял Blender. Вот. И именно из-за этого мне было очень тяжело, потому что я привык, что я в новую программу захожу какую-то, да, и там примерно все одинаковое. А Blender был прямо отдельным особняком таким, прям вот вообще конкретным таким, как белая ворона, грубо говоря. Вот. И мне было жутко неудобно. А, ну, ладно, мне это... как бы не страшно, как бы, да. Но потом, как оказалось, мне вот ребята, те, кто в блендере начинали, они говорили, что вот я открываю майку, я вообще даже вращать не могу экран, как бы, да, вот эту модель. Вот. Или еще какую-то, ну, как бы вот, может быть, имеет смысл, когда блендеры делаете, да, или даже если вы уже привыкли к блендеру, просто переключить там раскладку и планируете еще какую-то программу изучать, например, да, просто попробовать другую раскладку, чтобы чуть-чуть хотя бы привыкнуть. Даже если вы в блендере будете по-старому делать, хотя бы вы не будете совсем как бы как эти беспомощные котята в каком-то другом ПО. Как бы. Вот, может быть, имеет смысл так сделать. Ну, это как рекомендация, наверное, не знаю. Это не то, чтобы... Вот, ну, вот как вот путь вот такой. Может быть, имеет смысл попробовать вот так это делать. Так что, так, у меня тут... Я не буду говорить, как бы, знаете, как что лучше, что хуже. Это очень весьма так... На стриме даже, если честно, немножко опасно. В том плане, что есть люди, кто вот привык вот к блендеру там или еще к чему-то, и со мной будут резко не согласны. Так, что за ерунда, а? Почему? Что не так? Где ошибка? Вопрос. Что тебе не нравится? Хорошо, а вот так? Так нормально, так лучше работает.
Ну ладно, оставим этот параметр. Он projected до того же, какой был предыдущего кадра. Вот, и так что вот как-то вот, ну, мое мнение вот такое. Это чисто вот, ну... А так, мне кажется, вот кто-то говорит, допустим, что вот, мол, я хочу изучить программу, да, но не хочу тратить много времени там, да, чтобы мне быстрее зарабатывать на изучение других программ. Может быть, это, конечно, с одной стороны здраво, но, наверное, имеет смысл это делать, когда вы уже все пощупали, четко для себя определили, что вы именно хотите, да, и какие программы вам больше нужно прокачивать. О, привет, Лабра. Ну вот, делаем тут модельку. Вот. И тогда уже, да, прокачивать какую-то конкретную программу, там, скажем, да, вот так вот. Но новичку, мне кажется, надо попробовать всю. Так, хотя бы немножко. Так, что не так? Я не хочу ему тут... Так. Ну, вот этот вот дядька у меня тут на проекте. Вот камушки делаем. Я его намоделил, чувака, этого, от прошлых стримов. Теперь вот камушки раскидываю. Он не хитрый, да? Потом я его буду рендерить в блендере. Не удивляйтесь. У нас есть ребята, кто удивляется, типа, в блендере? Да ты в блендере? Просто они знают, что я в майке делаю рендеры, и удивляются, почему в блендере. Вот. А у меня был как-то эксперимент по поводу блендера. Я в начале этого чувака я показывал, и помню, на прошлом, может быть, даже стриме, что я там с ним надумал. Вот. У меня был эксперимент попробовать принципы рендера, настройки шейдинга, которые я использую в Maya, найти аналог в блендере. Потому что программы, так или иначе, когда вы будете изучать, они все... Это не новое окно, это плагин XMD. Вот такой вот огромный плагин, в который можно запихнуть все кисти, которые... Это вот все кисти, которые у меня есть вообще. Вообще. Вот такие. Весь краш и все мои библиотеки, которые у меня вообще существуют. Вот. И тут также можно выбрать... Тулы. Что-то мне не подгружает. Странно. Наверное, еще новая версия. А, что-то он не хотит. Понятно. Это у меня диск думает. Ясно. А, да, вот они все тулы, все материалы и так далее. Ну, сейчас оператива, наверное, забьет. Так. Где взять? Да, он платный. Мне он достался из-за того, что я... участвовал в этом конкурсе это Pixologic. К сожалению, я его не выиграл призовые места, но всем участникам бесплатный пожизненный доступ к этому плагину. Если его покупать, он будет... Там есть, по-моему, бесплатная версия. Рик-рик. А так он стоит... Или... Только не... бесплатный, я не помню. То ли он как триал, то ли чего. А так он стоит $69. Это если на совсем... Если кому нужно. Я сначала как бы так, знаете, думал, надо, не надо, но когда я посмотрел на вот эту организацию кистей, сколько у меня их на самом деле много, я даже вот вчера вот посмотрел, у меня много кистей, которых я вообще даже забыл, вот вообще вот даже, вот, что они у меня существуют как бы. И я понял, что этот плагин, пожалуй, весьма прикольная штука, как оказывается, на деле. Так, где взять платный или нет? А, сам рисовал. А. В каком смысле XMD Tool? Ну, нет, это плагин. Брашу. А, ну, он мне достался, короче, от конкурса на скульптофию ZBrush. То есть всем участникам, кто там участвовал, да, он, потом они его раздали. И поначалу я так думал, ну, так прикольно, конечно, ну, типа, фиг узнать тот же, типа, мол, лайтбокс, по сути дела.
Это из-за разведки получил образование повара, стал космонавтом. Иногда ты что-то пробовав, загораешься тем больше, чем в прошлом. Я по образованию программист, хотел делать игры, изучил все программы с этим связанные от Big World, да, но попробовал Blender, тут нашел, что у меня точно получается, и есть такая растворская ZBrush. Вот когда я, кстати, по образованию техническому, у меня техническое образование по робототехнике, автоматические системы, закончил техникум в Москве и институт Московский авиационный. Вот. Но у меня отец художник. У него он в союзе художников и все такое. И он учил людей в художественной школе и так далее. И я у него учился. Так что ну, у меня это как, скажем так, наследственно. Я с детства, да, среди красок, картин, рисунков и тому подобное. Поэтому мне техническое образование, конечно, прикольно. Но также в природу не попрешь. В итоге все равно... Отец, кстати, сначала не хотел, чтобы я шел по стопам художки. Типа, денег не заработаешь и все такое. Вот, но... Так оказалось, ну не попрешь ты против природы, ничего ты не сделаешь. И в итоге все равно 2D-шка мне... очень помогает, и ее прокачивать даже сейчас, как бы, да, всё. Очень большой, ну, как бы, и смысл. То есть, ну, на стриме я же не буду говорить, сколько зарабатывают на мелкие-палки. Ну, это как, знаешь, зайти в, не знаю, в магазин, открыть кошелек и показать, сколько у тебя денег. Ну, это считается вообще дурнетом на самом деле. То есть прилюдно имеется в виду. В приватном разговоре не вопрос. Да, да, да. Но это считается дурным тоном. То есть те, кто, допустим, вот я купил джип за столько-то миллионов, да, и там то все там. Ну, конечно, похвастать здорово, как. Если еще и деньгами трясти при этом. Ну, как бы, ну, считается, как бы, не камильфо. Может быть, зависит от того, где это, не знаю, но вот я считаю, мне понравится, что это. Кстати, насчет пустого кошелька. Порой умышленно идешь в магазин и берешь с собой столько денег, сколько ты, ну, изначально готов потратить. Специально, чтобы в магазине не потратить больше, чем у тебя в кошельке. И, по сути, почти с пустыми ходишь. Даже бывает на карточку на эту кладешь со счета именно небольшую сумму, чтобы больше не потратить. А то говоришь, о, вот это прикольно, а вот это может быть еще что-нибудь там. Да, и начинается, короче. То смотришь, елки-палки, я в этом месяце дофига потратил. Куда деньги уходят? Непонятно, да? А лучше бы их оставить на что-то полезное. Нужное, более нужное, чем на ерунду какую-то. Так что, да, такое дело. Деньги, они такие, блин. С одной стороны, счет любят, а? Недооценивать их, как бы, не стоит. Так, пошел эхо, вернулся с ценником. За сосиськами вернулся. Вот-вот-вот, я про то и говорю. Ну, не совсем. Блокаут уже для камней, как бы, да. Он
такой полублокаут вообще-то. То есть я уже камни выделываю. Сам-то персонаж-то у меня уже готов. То есть вот вот типа такого, да. Да по красам мы доберемся еще. Вот. И еще вот эту штуку, я так понял, ему тоже надо будет вот эти все фьютюфки, видите, у него, я так понял, растут камни из тела, и у него вот эти вот, как бы, вот эти шрамы, нарывы изнутри вот эти идут. Вот я их тоже хочу сделать. Где-то как тут. Плюс по красам. Кстати, в новом Раше мне очень понравилась эта тема такая. Может быть, я ее прикручу. Короче говоря, они сделали двойные альфы для кисти. В зависимости от нажатия меняется альфа. Я попробовал. Очень понравилась, короче, эта тема. Ну, по ощущениям особенно любопытно, как вот на стилус давишь, и меняется вот эта вот фактура вот эта. Весьма непривычно, как бы, но прикольно, мне понравилось. Так, наверное, мне надо ДНМ-шнуть. А, угу. Вот. Так, мне что-то как-то... Так, вообще, что у меня тонкое... А, нет, нормально. Вот, и по ощущениям действительно очень так привычно, но прикольно. Там очень сложно можно делать. Фактуры, особенно для монстриков там или еще что-то, ну или узоров, ну, мне понравилось. То есть надо будет это где-нибудь прикрутить, может быть, у него прикручу, вот если доберусь. Также дабл, скажем так, такой. Это вот эта кисточка, чтобы пока что. А, нет. Есть такая кисть. А, я ее сюда не выложил, да? Зубочистка, картофелечистка. Ну ладно, я тогда так стану. Вот. Так, я вот эту часть хочу сделать. Вот эту здоровую. Ну, хотя бы как-то. Сейчас мы потом еще раз разделим. Надо будет подумать, как это тут помутить. Или, наверное, действительно взять мою картофелечистку. Сейчас я ее, наверное, вместо... Вот, наверное, вот этой добавлю. Это стандартная кисть. Она из... Сейчас, видите, мне тут... Вот эти поверхные экраны, да, они все мешают. Она называется... Она из Flatten или Planara? Вот. Planar... Планар Полиш, планар. Планар. Сейчас, ребят, найду. Надо мне здесь быстрее найти. Трим динамик. Вот эту. Мне надо вот эту вместить сюда. Можно использовать Morph Target, можно использовать совместно. Есть кисточка Flyer. Она не дает делать определенной глубины. У нее глубина отвечает размер кисти. Вот это вот. Она отвечает за глубину кисти. То есть можно использовать Flyer. Я иногда использую совместно с Morph'ом и Flyer'ом, чтобы потом... Но это Morph Flyer кисточка. Кисточка Flyer. Просто Flyer. Сейчас, ребята, я найду. Это Trim Dynamic называется, да? А, ну мы сейчас по названию. Вот она. Просто я ее наружу. Я не хочу ее просто в XMD, вот в этой лазе там искать среди огромного числа. И свою менюшку запихну. Ничего страшного. Хотя, может быть, имело бы смысл. И добавить. Ну, давайте сейчас я найду. Здесь как-то ее можно отфильтровать. А, вот поиск. Ой, пардон. Вот. И мне должно быть Trim Dynamic. А вот какая из них? Вот она. Мы ее вот так вот добавим, и она у меня будет вот тут. И я ее перепишу. Вот так вот.
наверное, дальше. Во. На всякий случай. Она вот так вот чистит. Вот такие штуки весьма удобны. То есть для каких-то вот таких штук она вроде как и не совсем полишь, как бы, и в то же время можно задать. Причем инверсный через Alt она добавляет. Ну и как любая другая кисть. Вот можно что-то здесь сделать. Вот так вот. Да, наверное, правильно, что я сюда ее вынес, и подскупчить, наверное, удобно. Так, это подрезает, нам пока не надо. Вот эту часть, да, вот мне сейчас надо ее как-то сделать, чтобы она похожа была. Вот как раз стрим динамику помогает вот эти все штуки вот так вот. Видите, он, как я понимаю, полукруглый, что ли, тут, да? Мы его тут тоже таким сделаем. Ну, здесь можно. Это же все-таки камешки, да, и вроде по стилизации можно тут немножечко более так угловато сделать, я так думаю. Вот так. Ну, а мазки, ну давай покажу, кислая, почему нет. А L здесь, она стандартная кисть, вот, ну, вот это лайер. На ее основе много кистей сделано, и вот если я буду двигать, он мне не даст. Ну, вот он. Нет, здесь, по-моему, вот, по-моему, должен упереться. А, нет, если нужно, чтобы он совсем уперся в потолок и больше не делал, здесь еще можно включить, знаете, какой, Thick Skin. Тогда он упирается в потолок и больше не делает. Но идея в том, что кисть Layer, она делает. А так, еще, по-моему, есть лайеров много, кстати говоря, в этом, вот здесь, в брашах. Очень много лайеров кисть. И вот, может быть, среди них я помню встречал какой-то из таких. Здесь, короче, посмотри. А, вот здесь много всего, да, вот какие-то из этих кистей могут быть. Или же как раз вот в прошлой версии, по-моему, добавили, или позапрошлой, я уж не помню. Есть такая штука, как Thick Skin. Вот эта тема. Здесь ты указываешь, на какую высоту ему можно сделать вот эту тему. И теперь, как бы я не делал, не добавлял той же кисточкой Layer, да, он когда упирается, сейчас давайте я интенсивность на все сделаю, он когда упирается вот в этот потолок, он больше не делает. Просто разрешение здесь маленькое, да, вот он все, он больше не сделает. И вот эту высоту ты вот этой штукой меняешь. То есть, например, если я сделаю поменьше, ну, вот так вот, да, то есть все, дальше он мне не даст. Вот только вот такая высота и все. И вот как раз вот я, ну, с кисточкой Layer или с узором каким-нибудь вот предпочитаю использовать. Очень прикольно. А так вообще, по идее, любая кисть, она будет упираться в эту штуку. То есть методов много. А морфом я обычно... Ой, лайер мне не надо. Морфом я обычно делаю, как бы возвращаю назад какие-то штуки, чтобы у меня было, ну, допустим, плавный какой-то переход на нет между какими-то частями. Для смешивания пришел. Так. Так, ну и давайте вот эту я так вот вытяну. Так, видите, пока с вами общаюсь, я
торможу. В том плане, что я когда разговариваю, естественно, я время, ну, меньше сосредотачиваюсь, и бывает, что туплю больше, чем если я один делаю. Один я, конечно, быстрее все это сделаю, но одному скучно. Тем более, этого персонажа я специально для стрима же куда не пойдет, он, ну, такой чисто для стрима. Поприкалывался с вами, да? Здесь вот я не знаю, как оно сделать. Наверное, то ли как такую вот часть более, то ли еще как. Давайте пока вот так оставим. У меня, может быть, немножко будет отличаться, но ничего страшного. Так, а вот здесь мы, наверное, вот эту тему можем либо дам стандартом зарезать, или слэшем. Слэша у меня нет, ну ладно, пусть будет дам стандартом, да. Вот. Вот так вот, я так думаю. А вот здесь мы, наверное, кисточкой пинч, вот это ребро мы восстановим. А, минуту. А дайнамеш, а то тут. Вот так, да? Че, не хватает разрешения? Посмотрим. Да, наверное. Кисточка пинч делает острые вот такие края, так скажем, да. И... может быть, имеет смысл. Можно было бы здесь, конечно, вот эту часть порезать физически, на самом деле, ну. Мне кажется, и так подойдет. Вот так вот, да? Ну и чем-нибудь вот таким мы подмарафетим. Ну и вот, наверное, здесь мы тоже чуть-чуть. То есть у меня был план такой, что вот не все моделить, а вот именно как-то типа того. Почему нет? Вполне себе, наверное, да? Можно и вообще как-то сделать. При желании, в общем-то. Ну, пока пусть будет так. Потом еще потягаем все это вместе. И придумаем, что там сзади мы сделаем. Давайте вот эту часть тоже фигачим. Может быть, как раз и надо было тоже... А ну давайте сейчас растащим все это. Вот. Вот так, как у него там на ногу куда-то идет, прям совсем, как башмак, да, куда-то совсем. То есть я так понимаю, вот эта штука у меня должна быть какая-то огромная, что ли, вот прям вообще вот такая. Вот эта часть, из нее что-нибудь потом выковыриваем. И здесь, наверное, мы ее, давайте как каблук сделаем, нет? Так, надо тут набрать мне либо инфлетом, либо клайм. Давайте клайм.
Так. Каково мнение насчет технологии на NIT в Unreal, если эту фичу подкрутит? Есть ли шанс, что эта топология попадет из... Ну, насколько я знаю, на NIT они используют в основном для... для интерьеров, то есть каких-то предметов, которые не нужно анимировать скелетным каким-то способом, то есть у которых нету анимации скелетной какой-то. Да. Потому что там, судя по тому, что, вот, насколько я помню, да, оно в каком-то смысле преобразовалось что-то вроде в пиксельную такую как графу, по сути, что-то, не то чтобы 2D, конечно, но как воксель, что ли, вот типа такого. Вот. Но персонажи сами, они все еще как бы так же, как и было. Вообще было бы классно, если честно, потому что я бы и персонажи бы так, если была бы такая возможность, с удовольствием, потому что вот этим всем заниматься порой, кому-то прет, конечно, да, но мне было бы, например, наоборот, прикольнее, если бы я только моделил бы и все. Ты намоделил, отправил и не паришься. Развертки, фигурки, нафиг оно надо, типа, кто заниматься. Вот. Ну так, у тебя намоделил хайпольку, отправил, и у тебя персонаж бегает. Вот это лепота. Но я так думаю, это не скоро будет. Так, давайте-ка попробуем. Где она стала? Сначала хотя бы как-то силуэтно попробую. Так. Найтри, привет. Здорово, что забежал на стримчик. Да, будешь помогать нам что-нибудь подсказывать. Это тут как-то все заморочено. И понятно. Так, а сейчас есть люди компетентные в анимации и ригинге, которые могут прояснить вопросик. Насчет чего? Ты про наниты? То, что выше спрашивай. Так. Давайте я, наверное, сделаю сначала вот эти вот какие-то общие формы. Представлю, что у меня вот нет вот этих прорезей. Потом попробую их наделать. Мне надо просто сообразить, как тут у нее намешано, да? Чтобы это было как-то... Нет, ее нельзя. Потому что скиннинг учитывает... Он работает с точками, с вершинами. Портфолио, я тут как-то, знаете, на ArtStation пока только стримы выкладываю, надо мне заняться этим делом. Я скажу честно, у меня ArtStation не было. Какой-то, ну, я и вообще ни к чему на мне, да. И я его завел только, когда стал делать стримы. Вот. И свободные какие-то работы я их еще не выкладывал. Надо будет наделать. Но там они, конечно... Я вот не знаю, что у меня с портфолио в плане на ArtStation, потому что слишком что-то такое, то, что, ну, скажем так, авторское, наверное, да, если делать. Нет, я фриланс, но давно уже просто, ну, с какими-то студиями уже работаю, поэтому уже, как правило, с ними, но... Бывает, вот проекты идут, да, они
дополнительно, допустим, нанимают персонал какой-то, да, извне, а вот с ними обычно. Вот. И вот это портфолио я пока не придумал, как его вообще мне лучше сделать. С одной стороны, стримовое куда-то что-то надо выкладывать, наверное. Помимо Ютуба, готовое. Но если делать авторское, оно будет сильно отличаться от того, что я делаю на стриме. Ну, свое, то, что мне нравится, например, да. Вот. И как это в портфолио на ArtStation запилить, либо два разных сделать, либо, черт его знает, пока даже не знаю, как это адекватнее придумать. Вот. Надо что-то нам. Потому что то, что мне нравится, на стримах, конечно, можно делать, но это очень... Во-первых, неудобно мне будет... Нагрузка пойдет сразу на компьютер одновременно все это делать. И плюс ко всему, вам будет неинтересно. Потому что, я так думаю, скорее всего, стримы мало кто будет смотреть, потому что ну кому по кайфу смотреть, как там красится что-то в Мари, если все красят в Substance. Или там, например, все там делают для игр, да, у меня под рендер, например, да, настройка, ну, вот там под Арнольд, например, да, там вот еще. То есть такая тема не это. Да, его берут. Ну, я большие группы, кстати, неумышленно не набираю. Там у меня ограниченное число людей. Почему? Потому что я его делаю персонально, как бы там фидбэки даю. И когда куча народу, я физически просто-напросто никак не смогу с каждым пообщаться. Я там, я даже если было бы желающих, когда вот много их, да, я ограничиваю группу умышленно. Вот. Так что... Потому что... Ну, можно, конечно, набрать тучу народу, но... Это будет мало чем отличаться, если скачать курс на торрентах, например, его пройти. Без фидбэка, мне кажется, это вообще... Ну, прикольно, может быть, но толку не очень-то много. Я забыл его написать, да. Но у меня набор, он 15 октября он начался, и следующий будет только в следующем году. Я группами набираю, то есть не в свободном этом, а вот так. А группы, чтобы все примерно ну, делали, да, и между собой тоже, и им интересно было. Сейчас вот тоже народ сейчас делает, там как раз лицо мы делаем. Так. Народ лицо там заканчивает делать. Так, я вот сам только начал это понимать. Качаешь что-то с торрента, и в голове мало информации остается. А менторство или хороший фидбэк куда лучше этого всего. Да, я вот тоже к этому пришел. Когда вот, ну... Вот смотрел, допустим, да, как вот народ делает, даже я вроде даю фидбэки, но они смотрят курс там, да, он сейчас уже в записи там идет, уложенный весь там по полочкам, все. Но вот я представил, допустим, кто-то скачал его на торренту. Предположим, да, не знаю, есть, нет, скорее всего, еще нет, я не такой прям как большие школы, да, да, сейчас как бы не стремлюсь к этому особо, вот, и все равно у людей возникают вопросы, и мне приходится им отвечать и поправлять, то есть, если бы я бы этого не делал бы, людей бы эффективность была бы вообще другая, то есть, совсем по-другому, поэтому... Все-таки это очень сильно влияет, как ни странно. Вот эту штуку я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, вот тут вот... Так, да, давайте вот так вот ее проделаем. Бывает еще на курсах, ну, такой... Я, наверное, тут, ну...
пугают некоторые, да, за то, что я так делаю. Ну, как бы так. Вот. Но я что делаю иногда? Вот, допустим, бывает у народа вопрос какой-то не по теме курса. Я им тоже отвечаю на эти все вопросы, на фидбэках. То есть он спрашивает, а как то, а как это? То есть, и получается, что он ходит с информацией, да, даже той, которой не было бы, если он просто взял бы, скачал там, например, на торренте что-то. Так что, ну, ругает в том плане, типа, вот ты время тратишь там, типа, да, как бы, чем, все такое, ну, вот так вот. Ну, мне кажется, лучше, когда человек уходит, он с багажом, который потом он может дальше докачивать чем-то, уже под свои какие-то стили, под свои нужды, мне кажется, это больше толку, чем ну, просто прошел, оттарабанил и все. Я в скрутеньке неделю, от слова совсем, вроде интерфейс знаю, как что делать, я понимаю, но форм не вижу. Леплю по референсу, и получается бурда, даже близко нет. Как это можно пофиксить? Только практика? Вот это, знаешь, сильно напоминает проблему, вот такую вот, которая у меня была, когда я начинал рисовать. Учился только. А вот, и мне отец говорил, типа, ты, говорит, рисуешь, говорит, то, что видишь, говорит, с одной стороны, конечно, здорово, говорит, но, говорит, нужно понимать, говорит, что из себя представляет на самом деле та или иная форма. То есть ты, говорит, как бы ее рисуешь, говорит, но нужно ее понимать, чувствовать, так скажем. То есть идея в том, что когда мы рисуем, или лепим, смотрим на референс, мы с вами воспринимаем этот объект как, знаете, вот эти все, особенно в рисунке так актуально, да, вот эти темные светлые пятна, да, мы их просто повторяем, а новичок может повторять, еще нет понимания как бы вот этой объемности. И когда мы смотрим на референс, то же самое может быть, да, то есть мы не понимаем, откуда именно, почему вот такая вот форма появилась, да, там, на персонаже или на теле там или еще что она на самом деле представляет из себя. И вот это очень сильно мешает. То есть мы повторяем, но не понимаем, что повторяем. Когда мы делаем что-то и понимаем, что порождает эту форму, ну, например, делаем лицо, да, видим какую-то складку, или там спину человека, да, видим какую-то складку, форму на референсе, темное какое-то затемнение, мы смотрим на референс, 2D-картинка, да, вот, мы воспринимаем, как бы, если мы знаем, что это, какую мышцу или что именно это породило, да, мы делаем эту форму, по сути, без референса, референс нужен будет только потом, когда нам просто нужно будет подогнать, чтобы, ну, как бы для похожести. Но любимую долю мы делаем без референса, как такового. То есть на базе знаний, что вот так вот. И, ну, и опыта, конечно, какого-то, но все-таки. То есть знание, оно помогает. И еще, вот ты верно сказала, что очень сильно влияет опыт. То есть идея в том, что вот в рисунке, по крайней мере, фишка в том, что есть такая логика, что наделать как можно больше ошибок, чтобы это все быстрее пройти. Ошибиться где только можно, только через вот этот вот практический, вот так скажем, личный, начинаешь лучше понимать, что и как. Тут, возможно, тоже вот это такая же тема, что нужно, ну, накосячить очень много для начала, как бы, да, чтобы понимать, что и как. То есть ты сделаешь глаз, например, 100-500 раз, его, когда сделаешь, ошибешься, исправишь, сделаешь, ошибешься, снова исправишь, сделаешь, ошибешься. Потом уже начинаешь понимать, допустим, да, какие формы они делаются. Плюс рука начинается, ну, знаешь, я называю это, ну, как бы памятью руки. Вот. Когда ты уже не задумываешься, а подсознательно делаешь. То есть, грубо говоря, у тебя, ну, как бы рука запоминает эти движения, эти формы, и ты потом их делаешь уже на автопилоте, так скажем. Вот. Но это наработать все это надо со временем, конечно. Вот. Здесь ничего такого нету хитрого. Да-да-да, точно, мышечная память, да-да-да. Вот. Она нарабатывается. Просто если много раз сделать одно и то же,
Например, берешь вот такую вот голову, да, вот здесь вот есть вот, вот браша, да, вот такая голова, и начинаешь ее лепить. Кучу раз ошибешься, поправишь. Единственное, что ошибаться, конечно, надо не просто ошибаться, вот я ошибся, сейчас заново сделал. Нет. Так а что же голову включать, почему я тут ошибся, да? А почему я тут... Ну и загоняться с другой стороны. Вот я сначала все изучу, проштудирую все там, не знаю, справочники, потом я сразу забабахаю красиво, такого тоже не будет. Потому что в любом случае надо пройти вот этот путь запоминания как раз вот этой мышечной памяти подсознательно вот это все. То есть как бы ты ни делал, не получится вот так взять все и все изучив теоретически. Но это как вот правда сидеть в кабинете, размышлять там, скажем, о том, как здорово под водой нырять, например, да? Или как здорово плыть. Я вот не умею плавать, да? Я хочу научиться плавать. И смотрю, как там техника, как рукой махать, как там ногами дрыгать, там и все такое, да, там. Ну, ты все это вооружился, вроде все теоретически знаешь, думаешь, ну все, сейчас пойду на озеро и поплыву. Вот так вот буду загребать прям, вот там зашибись. А приходишь, а мышечной памяти-то нет, ничего нет, вот теоретически ты знаешь, а толка этого никакого. И ты быстрее запоминаешь тогда, когда реально начинаешь барахтаться в озере. Вот, это что-то вот, мне кажется, что-то типа такого. Кого-то, может кто-то не согласится со мной, ну, вот из 3D-шников, кто там с опытом, не знаю, но мне кажется почему-то, что это очень близко. Может быть, у кого так проходит это все дело, но... Я считаю, что практика, она все равно так или иначе, ну, нужна, она без нее не сделаешь никак. Так, что я тут делаю? Я не знаю, я тут с вами треплюсь и что-то там не делаю. Так, ну, наверное, вот эта часть. Вот эта часть, да. Пусть будет такой. Ну, давайте пока вот так вот оставим. Этот каблук. Ой. Вроде что-то напоминает. Ну и ладно. Потом еще, если надо, поправим, а может и не станет. Так, вот эта часть я вижу. Ну, на силуэте видно, что вот эта штука у меня не очень совпадает. Ну, потом сделаем. Давайте вот эту фигню сделаем. Она у меня тоже какая-то такая заморочена. Понятно. И видите, я делаю только с одной стороны, но понятия не имею, что будет там. Поэтому там будут мы фантазировать. И вот это как раз проблема. Смотрите, вот, вот допустим, мы делаем вот этого персонажа. Вот этого. Сейчас я уберу то, что не надо, да? Вот как раз воспользуюсь новой приблудой. Вот так. Мы его видим только вот так вот. Какие-то части мы, вот даже вот здесь вот, да, мы вот уже не видим какие-то вот мышцы. Ну, допустим, я знаю, что я закрою, могу их не делать, предположим, ладно, фиг с ним. Вот это все я, допустим, не буду делать, я потом закрою их вот этой темой. Но когда мы начинаем делать вот здесь вот, мы вообще ничего не понимаем, потому что, ну, если вот мы не знаем, да, что должно быть. И получается, у нас не хватает данных, чтобы нам сделать всю эту фигуру в 3D. Потому что у нас нету 2D, со всех сторон. Откуда брать эти данные? Непонятно. И вот как раз вот эти, ну, понимания, да, как у нас образуется та или иная форма, ну, вот, например, голову я делал, да, тоже, вот, допустим, да, я вот накидал ее сначала, какая есть, и потом уже можно будет ее привести, что-то примерно такое. Но фишка в том, что вот это все лепилось по памяти, то есть по визуальной, да, то есть реф чуть-чуть только вот я смотрел, чтобы как-то его стилизовать там так. Вот. Но идея в том, что вот это все знание, оно помогает достроить то, чего не хватает на концептах, если они сделаны вот так вот, если художник не сделал со всех сторон. Поэтому вот это тоже очень сильно влияет, насколько вы владеете всем этим делом. Чтобы вам без проблем не затыкаться в том, что вы делаете, а у вас какая-то ерунда получается.
А нет возможности, если ты в студии, встать и пойти попросить хотя бы скетч сделать, ну, концепт художника. Только наоборот получается. Тебе дают концепт художнику такую штуку, и ты сидишь, придышишь. Если ты сам не являешься концепт художником. То есть от тебя наоборот задача сделать либо 2D, либо даже в 3D скетч какой-то, да, концепт. Он может быть и 2D, и 3D. То есть для себя даже тебе нужно 2D-шку накидать, допустим, да, по-быстрому варианты. Как вот тут вот сделано, например, да. Смотрите, концептер, в чем фишка? Вот он сидит, ему быстрее это все накидать в рисунке, вот так вот, силуэтом. По черкушке вот такие вот. Он это может сделать, вот, перебрать кучу вариантов, сидя вот, ну, минут там за сколько, за 30, за сколько, я не знаю. Он не заботится о полигонаже, а там, что там еще у него есть. И вот когда он выбрал из всего вот это, может быть, он смешал их и так далее, да, он получил, и здесь он тоже перебрал кучу вариантов, да, и вот из всего, из всех идей, да, что-то отсюда взял, что-то отсюда, допустим, да, он собрал вот так вот, ну, придумал. И потом идет скетчит, например, в 3D вот это все дело. То есть даже если у него не в таком виде, а в более сыром рисунок, он может накидать его в 3D, а потом этот 3D назад вернуть и допилить как бы. То есть это вот концептор занимается вот именно вот этим, что он все это придумывает. А вот когда он все это уже придумал, отдает уже трехмерщику, который делает все это чистовое. Всякие там ломешки, ретопит там и все прочее. Ну, такое тоже бывает. Такое тоже бывает. То есть, видишь, он нарисовал вот этот вот рисунок, но этот рисунок скорее не для 3D-шника. Это скорее, вот, например, пришли, фокус-группа какая-то делает игру, например, да, и просто прикидывают там вот по дизайну персонажа как бы. Потом для 3D-шника, скорее всего, будет еще несколько видов там вариантов и окончательного такого-то версии. Может быть, такое будет здесь вот. Вот. Ну, то есть вот такой концепт, да, здесь получается, я что-то беру отсюда, но вот тут я, получается, доделываю условно за, ну, то, что не хватает концептера. То есть, как бы, получается, роль в 3D, да, но роль концептера там часть выполняет. Ну, когда для себя делаешь, естественно, мы берем, ну, я имею в виду такие, для себя вот нашел что-то там, да, игру какую. Ну, игра-то еще ладно, покрутить персонажа можно. А вот просто какого-то 2D-шку там интересную нашел в интернете, да, это хочешь запилить. Она же у тебя в одном виде, как бы, и вот если это, конечно, не фанарт. Фанарт там еще попроще, потому что фанарт ты можешь взять любимый там аниме или комикс, или фильм, или игру, что-то там, да, хотя бы там из этого покрутить, посмотреть там или на фильмах, или в мультиках, да, как это все может быть с разных сторон, еще как-то куда ни шло. А есть 3D-концепт-художники, которым в работе не нужны 2D-концепт. Да, как правило, такие художники, они все равно, но они и есть 2D-шники, они просто те и другие одновременно. То есть они для себя делают, например, все равно. Вот я предпочитаю сделать вот первоначально какой-то скетч на бумаге, в блокноте где-то там, я не знаю, еще что-то. Вот, чтобы просто представить идею. Фишка-то, концепт-то, в общем-то, идею достать, а не сделать. То есть именно вот придумать идею саму. Что я бы хочу вообще видеть, как бы, да. Вот, поэтому... Не, можно делать и сразу в 3D, почему нет, как бы, ну, бывает, что нерационально тратить много времени на том, что ты это знаешь, как вот в рисунке. Вот представь себе огромную картину, которая там, скажем, в Эрмитаже каком-нибудь, да, здоровая какая-нибудь там, скажем, «Три богатыря», например, да, вот, и... Решили нарисовать эту картину здоровую, или там «Бурлаки на Волге», да, там, вот эту, где там. Вот. И он решил сразу взять и ее в этом огромном холсте, да, сразу все подчистовую
3D-шек, ну, условно рисовать, да, 3D-шек, типа. Вот. И, естественно, получается, ему надо сходу все это придумать. Ну, блин, так, не, так ну, просто не сделать. И обычно как делают? Сначала маленькие наброски, какие-то небольшие зарисовки делаются, там еще что-то. То есть это и есть вот эти концепты, по сути дела, которые потом уже в окончательном виде вырастают уже в большие картины, когда он уже точно знает, что ему надо сделать на этом огромном холсте там, да. Я почему про 2D-шку? Потому что это сильно похоже на вот 3D. То есть, это, грубо говоря, мы делаем какого-то персонажа, да, вот, мы не знаем, какой там костюм ему сделать, еще что-то там, и, вот так вот, если еще, ну, придумываем какую-то часть. И поэтому нам нужно перебрать, собрать как бы материал, посмотреть, например, рефы собрать там, например, там можно какие-то еще что-то, потом можно эти рефы, да, между собой там смиксовать, то есть ты кучу рефов нашел. Ты даже если делаешь в 3D, я вот частенько, бывает, делаю в 3D черновики, спецскульпты такие, то есть они, чтобы были, они черновые, они совсем, как бы, такие неказистые, да, но главное мне вот понять, как бы, да, как вот будет примерно выглядеть это в позе что-то, или или в силуэте каком-то там, или просто как это будет, не будет ли перегружать какая-то часть там тела там, да, чтобы гармонично было. Вот. И вот это все как бы накидывается таким, если мне нравится какая-то часть там, допустим, да, я могу ее быстро убрать, выкинуть, добавить, убавить там и так далее. Вся фишка в том, чтобы на этом этапе не тратить много времени, как это делается на чистовых работах, когда ты уже делаешь, уже досконально работу, и ты можешь уже вот эту текстуру пилить там сколько угодно по времени, ну, условно говоря, долго по времени там, и уходить может на это один день, так скажем. Здесь наоборот нужно как можно больше, то есть если мы возьмем одну какую-то работу, чистовую, да, на него уходит там столько-то времени, часов, например, да, там определенно. Вот, а у тебя получается на выходе одна работа. А когда ты делаешь скетч, по сути дела, на выходе у тебя получается много работ. Но они все такие черновые. И поэтому ты за какой-то период времени больше переберешь вариантов. То есть, если мы возьмем и представим, что мы скетчи делаем как чистовые, то есть мы месяцами можем делать сначала один вариант, потом другой вариант, потом нам не нравится, потом мы еще что-то, потом передумали, потом сделали что-то не понравилось снова, и это все в бесконечный долгострой появляется, уже желание пропадает что-то там скрутить. Вот. Чтобы такого не было, как раз используется вот эта тема именно спецскульптов, чтобы или набросков, если в 2D-шке, или то и другое, там, неважно, каким способом. Вот. А если ты 3D-шник, просто 3D, ну, я имею в виду не концептор в том плане, да, то там немножко, как в этом плане, уже концепт есть, то есть ты точно знаешь, что тебе делать, ты конкретно видишь, из каких материалов тебе надо сделать вот это вот что-то, что, по сути, вот, считай, концепт есть, да, его не надо придумывать, из каких камней, из каких там состоит какая кожа, что там, вот, здесь немножко... С одной стороны, задача упрощается, но там сложность получается уже другая. Я немножко иначе сделаю здесь, потому что так же. Вот. Там получается уже ты уже сосредотачиваешься на технической вот этой части, чтобы это все сделать красиво. То есть у тебя время уходит не на придумывание, а вот уже на вот эту доработку. Вот в этом вся штука. Давайте мы посмотрим, что у меня хоть вышло-то на силуэте, а то я что-то делаю. Давайте вот так вот я сделаю флэт. Ну, что-то не хватает вот здесь. А, это с той стороны вот этой штуки. Но здесь носороговая такая штукенция, да, надо ему тут нарастить. И, я так понимаю, у него вот здесь вот тоже какая-то штука от стопы какая-то огромная. Так что, наверное, тут надо еще добавить что-то. Я пока думаю, как это сделать лучше. Может быть, вообще вот так вот сделать.
Так. А ноги я сделал тонкие, побоявшись, что камнями я их раздую еще больше. Нет, я на фрилансе. В студиях, но как фриланс. Работаю со студией, но как фрилансер. Так. Я нормально что-то не то сделал. Давайте, наверное, вот эту тему я все-таки уберу и сделаю новую, вообще отдельную вот эту пипу. У меня пока взрыв мозга в том плане, что вот эта часть, я не пойму, мне надо было, наверное, с нее начать. Но я когда делал вот эту штуку, я ее просто сделал. Так-то. А, я придумал, как я сделал. Сейчас покажу. Вот. Вот эта пипка у меня будет вот эта часть. О, я даже точно, я придумал, как я вообще это все сделаю. Все. Это мы сейчас только немножечко подскультим. Ой, елки-палки. Почему-то такое стало появляться. Вот у него еще вот так вот, да. У него тут, кстати, концепт очень такой. По пропорциям сильно плавает. Немножко. Ну, бывает такое, что в 2D-шке ты видится так, а в 3D-шку начинаешь делать, оно отличается. Это нормальное явление. Третье отделение лучше так. А вот да, я сейчас так и хочу сделать. Только я придумал это, знаешь, как сделать? Сейчас я покажу. Я не буду ее делать, а совсем отдельно. Я из этой же сделаю. То есть это вот эта типа часть у меня будет. Так, да? И вот, вот эту длинную я тоже сейчас вот так сделаю. Неохота мне плодить много чего. Ну, да, вот так, да. Думаю, что-то типа такого, мне кажется, вполне себе, да? За динамешем, да, чтобы у нас тут все красивенько было, мне кажется, этого вполне будет достаточно. И потом что-нибудь еще тут так их раскидаем. Эти все штукенцы. Я думаю, вот так. Да что ж такое? И вот этим мы тоже сейчас, ну, под, так скажем, подкоцаем так, чтобы у него здесь... Ну, ладно. Сейчас мы тут тоже более... Вот так вот, наверное. Сделаем. Так, да, и... Сейчас, ребята, вот так вот, наверное. А. Ну, давайте. Они там не, да, они же неровные, пусть будет так. С этой стороны, тем более, я вот так приду. Странный вид. Ну, в том плане, с той стороны я могу ведь по-своему приду. Собственно, даже и с этой я могу по-своему приду. Ну, как-то так. Вижу, что обновился ZBrush, Илья, ты... А вы пробовали новые плюшки? Да, я попробовал вчера чуть-чуть новые плюшки. Вот, ребят,
Сейчас я клик сейф только сделаю. Меня... Сейчас я попробую найти. Сейчас, ребят, найду или нет. Сейчас надо мне... Так, где-то... Открыть скриншоты. Вот. Сейчас я открою. Сейчас я все зафигачу, то, что я тут поприкалывался, так скажем. Да? По-моему, вот это. И что-то еще там. Ну, я еще больше сделал, просто картинки, какие я вот так вот вспомнил. Примерно. А, вот еще. Помню, еще одна есть. Вот. Короче, идея такая. У меня был эксперимент. Вот это, короче, я попробовал Bevel Pro. То есть вот эти вырезы, которые я сделал, это они добавили новые кисти вот здесь вот. Сейчас как раз я ими пользовался. Здесь я не стал пользоваться. Вот. Раньше были до этого вот такая и вот такая Knife. Потом они добавили еще круговую и квадратную. Вот я как раз квадратный и круговой из вот этой штуки повырезал. Вот. А потом Bevel Pro, то, что они добавили, вот эти фаски снял. Очень прикольная штука, на самом деле. Мне очень понравилось. Для хардсерфа, да, хай-полигонального хардсерфа, это очень прикольная тема. Потом, значит, я еще попробовал вот такую штуку. Они добавили, знаете, типа Surface, вот как вот здесь вот. Сейчас я покажу. Surface. Где же он тут? Вот он. Вот. Вот этот Surface. Только фишка в том, что когда мы делаем Surface, у нас... Да-да-да. Вот этот Surface, он делает растяжки, короче говоря. Они добавили это в кисти, и теперь они и для примера они сделали, добавили пару кистей новых, которые делают вот такие вот штукенцы, короче. Видите, узоры вот эти вот. А вот это вот новая штука у них, новая приблуда в строках они добавили. То есть теперь в строках Curve они добавили Substep, вот этот режим. Очень тоже прикольный, любопытный такой строк убрать из этой кисти, а то у меня будет она с Curve. Вот. И, короче, она вот делает вот такие вот интересные штуки. Плюс это через Repeat Last, то, что тоже добавили, когда через это. Причем здесь, смотрите, я также я попробовал Double Alpha. То есть в зависимости от нажатия меняется альфа, вот так вот теперь выглядит. У меня здесь кистей можно две альфа или две текстуры добавить, или же можно добавить два разных цвета, короче. И в зависимости от нажатия будет меняться текстура. Здесь у меня была одна просто вот такая вот текстура, это стандартная текстура пупырышков вот таких вот, да, альфа. Сейчас я покажу. Это вот это. Вот это альфа. А другая у меня была вот эта альфа. Альфа 55. Вот. И вот этой альфа 55 проводишь вот такую вот тему, а потом, когда слегка нажимаешь, она переходит постепенно вот в такие вот штуки, короче говоря. Вот. Очень любопытно, да, вот для всяких вот органики. Вообще прикольно. Необычные ощущения такие. Плюс еще можно было смешать это либо с цветом, либо вообще с текстурами. Очень интересная фишка. Потом, что-то я еще там попробовал, короче говоря, но это так, я потыкал, нету такого, что прям вот в бою прям использовал. Ну, просто посмотреть, чтобы что как, и чтобы не забыть, там сказать, да, и потом, чтобы было что прикручивать. Вот, еще там что-то такое, но попробовал, но из вот такого, что вот у меня осталось на скриншотах, это вот что-то вроде вот этих штукенцев у меня. Вот. Очень интересно они сделали. Но они как бы допиливают какие-то штуки, как идеи, которые у них были от прошлых версий, и что-то добавляют, то, что еще новое, на основе чего-то такого. В общем,
Молодцы, блин, прикольно делают. Так, ну... Так, да. Так, а риток будешь делать единой мышкой или типа отдельно камни, отдельно... Я вот что думаю, ритоп я точно не буду делать, я его изначально у этой модели не планировал, чтобы не тратить на это время. Я его покрашу и отправлю на рендер в блендер. Единственное, что перед этим я его сделаю децимейт, потому что если она будет большая, тяжелая, блендер будет тяжко это все обрабатывать. Поэтому я децимейтом обойдусь. Вот. А текстуры я... не буду ему делать, я воспользуюсь только покрасом, который у него тут сделаю. И так и быть. Сейчас, ребят. А, это же здесь у меня. Че? Вот. И потом сделаю вот такой рендер в блендере. Это у меня были сравнения майки. А, вот это майка. Рендер. Толстяка. Это обычный толстяк из браша. Текстур у него нету, это просто полипоинт. Это все полипоинт. То есть нет ни одной текстуры, я имею в виду запеченной. То есть ни в Substance, нигде ничего я не... Это просто покрас в браше. Вот. И был сделан рендер в мае. Он, я его сделал как отправная... точка, по-моему, да, как отправная точка для того, чтобы мне примерно похожее сделать в блендере. У меня получилось вот так вот. Вот такой вот дядька. То есть я примерно попал, да, с майкой. Ну, конечно, майка делает, конечно, ну... более точно, как бы, да, но все равно, так вот, очень даже, да, вот, в принципе, вот. И потом я заменил HDRI-карту здесь вот, это тоже блендер. И вот нечто похожее, короче, я хочу повторить с этим чуваком, то есть вот такой же рендер сделать. Это тоже тестовый, это из браши есть там, у всех браши есть такой персонажик, где он там, вот этот, я его Саламандра называю, тоже был эксперимент это сделать, ну, посмотреть. Эксперимент был такой, то, что, видите, светящиеся штуки. Мышка здесь единая вообще, то есть она никак не разбита на отдельные меши. И идея была теста такая, чтобы на одной модели, на единые меши, но сделать разные, совершенно разные материалы. То есть здесь могло быть стекло, там, не знаю, там, металл, там, еще что-то, там, вот так вот. А мышка единая, сетка одна и та же. То есть, вот, вот так вот. То есть, я запихнул это, и тоже здесь нету карт. Ни UV-развертки, ни ретопа, ничего, это просто покрас. Обычно покрасы в браше. Вот. А у меня это был просто эксперимент, тест, возможно ли в блендере. В майке понятно, там все это без проблем, как бы, да. Мне просто интересно было, насколько блендер, думаю, ну, такие штуки, я думаю, скорее всего, должны работать. И мне надо было просто найти похожие, как бы, инструменты, аналоги, так скажем, хотя бы приблизительно аналоги, как в майке, чтобы получить такой результат. Вот я настроил кожу, именно основываясь на том, как я это делаю в мае, да, шейдер настраиваю, здесь вот собрал нечто подобное. Были, конечно, там свои особенности, но примерно удалось мне собрать, насколько это мне возможно, да, именно в блендере шейдер. И вот именно его я потом использую, этот шейдер, для того, чтобы сделать... Так, где у меня дядька теперь сейчас, ребята? Я найду, где он у меня. Так, а, это мой дядька четырехруки, который, ну, это майка, да. До него надо добраться, это все в процессе. Ты еще и в блендере скульптишь? Нет, 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 в блендере я скульпчу, ребят. В блендере я скульпчу по фану. То есть чисто вот
из интереса, на что штука способна. Но это не рабочие какие-то штуки. Я в блендере, честно, вот просто... Вот если взять те, кто новички, например, даже, да, кто в блендере уже там моделит, они знают блендер лучше, намного лучше, чем я. Потому что мне приходится постоянно искать какие-то элементарные вещи, да, которые вот... Ну, я просто знаю, что мне надо. Это, знаете, как вот я тоже ну, такую фразу вот как-то сказал, короче, это вот как все равно, что вот вы пришли в гости, вы, да, там, в гараж кому-то, к другу, например, да, и вы говорите, друг вас попросил, слушай, мне надо, мол, машину починить, да, там, в таком духе, мол, ты вот вроде разбираешься, там, что-то как-то делаешь, да, там, помоги, мол, типа, ты такой, да не вопрос, типа, помогу, делов-то, ё-моё. Вот. Ну и пришел ты к другу в гараж. А где что лежит? Отвертка, инструмент, ключ, там, домкрат, еще что-то. Вы понятия не имеете. То есть вы знаете, что вам это надо. Вам, вы вот так вот это вам нужно, да? Вы обычно так делаете. А где это? Не знаете. Непонятно, где искать. Вот у меня в блендере такая же хрень. Я не знаю, что мне, какой инструмент нужен, но я его не знаю, где там искать. Мне приходится справку блендера, это как его, искать, или какие-то тутеры искать, чтобы какую-то элементарную вещь, да, найти, где эта кнопочка там находится, так вот. То есть, например, у меня вот на том примере видели задник, задний план был, да, сделан, тоже это был тест, ну, давайте я покажу, раз речь зашла. Мы это, я это все я буду делать на этом персонаже. Вот. Вот это был точно так же тест, короче говоря, как это сделать заднику вот в блендере на рендере. Это Cycles. И, короче говоря, в Maya там все проще. Там есть некая сфера окружения, да, на которую натягиваешь текстуру. Здесь по-другому это все делается. Я вроде как нашел, где на камеру все это, но это работает в Eevee. А начинаешь кнопку, нажимаешь рендер, этой картинки нету, там HDRI, который там занимается освещением. То есть HDRI у меня занимается окружением не как фон, а как свет. И, короче, я никак не мог найти, как мне подставить в блендере вот этот задник, короче говоря. В итоге я нашел, как это сделать, но оказалось, что в отличие от Maya, где там просто кидаешь текстуру, а, даже не текстуру, а там... При рендере даже можно выбрать задник подставить. Здесь нужно нодами настроить, еще такую несколько нод положить. Вот так оказалось, как бы. То есть, вроде бы, сделать так же можно, но иначе. И вот именно из-за таких штук, короче говоря, я в блендере туплю. Реально, ребят. То есть, это потому, что я его не знаю, так как многие из вас, кстати говоря. Потому что я в блендере не работаю, у меня не рабочий инструмент, как бы, просто вот по фану, как бы, вот так вот. Вот. Просто за счет того, что я, ну, пытаюсь применить некие аналоги из других программ, вот, естественно, как бы, у меня такая же тема была, когда я пытался в блендере настроить анимацию, то же самое, как бы, я знаю, что мне надо, но нифига найти не могу, что где-то находится, как бы, вот так вот. Ну, потому что эту программу не изучал, и, естественно, из-за этого не из-за того, что она плохая, из-за того, что у меня руки кривые, как бы. Кстати, заметьте, тут, по-моему, какие-то артефакты, надо их поправить. Вот. Так, давайте вот, наверное, на этом остановимся. Что-то мне кажется, у меня разрешения не хватает. Да? Думаю, надо чуть поплотнее, или может потом сделаем. Давайте потом сделаем, чтобы машину не грузить. Вот. Так, мне надо вернуть этого дядьку, я же на него смотрел. А так, вот это вот... Это вот в Substance черновая кожа, так скажем. Это вот в Браше была кожа, ну это у дядьки четырехрукого. Это заготовка в Maya. Тоже черновая пока что. Ну, это все надо мне сделать. Так, а индустрия пересаживаться потихоньку на блендер или это больше хайп от комьюнити? Все, мне кажется, скорее хайп. Да, скорее хайп, потому что большие студии, они как бы экспериментируют с этим, они какие-то пайплайны это, но переучивать никто не будет и ломать,
большие студии точно не будут этим заниматься, по той причине, что им это будет дорого. У них каждый простой – это большие-большие деньги. Нанимать людей, чтобы переучиваться на Blender с той же Maya там, или еще кому-то, да, плюс ко всему цепочки взаимосвязи между программами интеграции, как бы, тоже вопрос. У Blender не все так гладко, например. Вот я не очень-то представляю, как можно быстро перевести, там, скажем, из Mari там, да, в Blender. Может быть, что-то и можно, но интеграция — вопрос, кстати. Поэтому мне кажется, я могу ошибаться, скорее, похоже, мне так кажется, все-таки больше хайп. Вот. Где-то, конечно, самый постой, вот Pixar там или Netflix используют там все такое. Они используют, но когда я как-то тоже было. Но Blender, можно сказать, не швейцарский ножик, он как бы умеет все, но не так узко. Да, да, да. Это его и плюс, и минус одновременно. То есть, как бы, с одной стороны, классно, он, если задач хватает в течение, ну, как бы, этого швейцарского ножа сделать какую-то работу, то классно, он все может. А если нужно, например, что-то помощнее, лезвие какого-нибудь там, да, или пилка какая-нибудь там, пила, например, то уже лучше взять пилу, чем швейцарским ножиком пилить что-то такое. Вот. То есть тут тоже, как бы, двояко. То есть это одновременный плюс и минус является. И, то есть просто и неплохо, и нехорошо. Просто такая особенность. Вот, вот так вот больше. Так что... Так, ладно. С этим мы тут разобрались. Тут еще работы мне, не почеты края. Я что-то с вами ля-ля. Время уже дофига. Да? А я что-то не пойму, что я еще делаю. Ну, зато с вами пообщаюсь. Я, наверное, знаете, как сделаю? На следующей неделе вот эту всю мелочевку, я ее доделаю в офлайне. Ну, понятно, что будет та же самая процедура, как бы. Просто, видите, я с вами тут, ну, интересно пообщаться даже. Так, вот. Заодно, как бы, поделать, пообщаться, прикольно. Вот. То есть я не буду стремиться прям сейчас все вот это прям сделать за это время. Потому что если я это буду делать, тогда я тут замолчу. Просто буду пилить молча и все. Ну, мне кажется, это тоже неинтересно. Я заметил, когда я что-то делаю, так основательно, я замолкаю и все, меня нету. Я там. Меня нету дома, называется. Так что так. Ну. Где-то, короче, был такой, мне кто-то прислал, типа, вот Blender все там умеет, Pixar, по-моему, да, там делает какие-то свои проекты, и скинул примеры, значит. Мне интересно стало, как бы, просто что происходит, как бы, вообще на рынке, конечно, не стоит же ничего, как бы, естественно, все меняется, вот. И когда я посмотрел на что делалось в Блендере, там оказалось, что либо какую-то часть они делали небольшую, например, какой-то ролик был, да, и там на заднем плане был какой-то персонаж, монстрик такой, как бы, да, они его, ну, такое впечатление показалось, что они взяли и ради эксперимента это сделали, просто посмотреть, как это можно ли использовать в пайплайне. Либо бывало так, что делают какую-то часть работы, то есть, например, как раз концепты делают, допустим, в блендере, отдают кому-то, да, там, ну, фрилансерам там или еще кому-то, да, им все равно в чем это сделано, потому что потом в конечный результат будет у них делаться на тех машинах, да, на тех программах, которые есть у них в студиях, так скажем, да, и там лишь часть проекта была сделана в блендере, то есть не чисто вот с нуля, как бы, так вот, то есть они смотрят, возможно, ну, может, оценивают, не знаю, может быть, просто смотрят, как бы, вот так вот. Вот, то есть что-то нету такого, что вот прям все прям сделано в блендере. Если есть в блендере, то я заметил такие проекты, как правило, мультяшные, то есть какая-то стилизация. Вот такое вот попадалось, да, вот делают. То есть именно как вот в стилизованном этом.
в более таких реалистичных штуках меньше попадаю. Ну, как бы вот так вот. То есть такой, у меня сложилось впечатление, что как бы пристрелочное как бы, к этому формату вообще стоит ли как бы обращает внимание, да, но все равно нет такого, что полностью заменить Blender все, что у них весь свой пайплайн. Прям совсем. Мне кажется, это очень сложно, потому что, представляете, у кого-то могут быть какие-то скрипты, какие-то еще что-то, и вот это все переписывать там с Maya на Blender, все это дело, и еще, не дай бог, столкнуться с какими-то косяками, которые были неизвестны до этого вообще никому, потому что никто этого не делал. Мне кажется, это просто для студии очень дорогое удовольствие. Реально дорогое для больших студий. А вот небольшие студии, ну, могут, если у них как бы не так все завязано. Так что тоже такой палка с двух концов. Вот. Но Blender, я считаю, в 3D он нужен. Вообще нужен. Потому что он реально... Я его недавно, вчера как раз, я его почему-то сравнил с замечательным самолетом Як-130. Это учебно-боевой самолет. Он специально был сделан для обучения летчиков-истребителей. И если бы не этот самолет, было бы практически нереально летчикам пересаживаться сразу на Су, Миги и так далее. Как бы. У него очень классные характеристики. Вот мне почему-то Blender напоминает что-то вроде вот такого. Отличный инструмент, как бы, да, вот для вот так, ну, для вхождения в полет, как бы, либо для задач, которые достаточны для Blender. То есть. А что он много чего может, да, может быть такое, что вы все можете сделать в блендере, и все. Нет, для экономии времени нет. Но единственное, что болванки, их можно использовать, ну, я рекомендую новичкам, вот те, кто для себя делает, я рекомендую болванками не очень увлекаться, чтобы научиться. Вот. А если вы уже это умеете делать, и вам, ну, скажем, на фрилансе вы нашли, или для стоков вы делаете, для экономии времени, в этом вообще нет ничего такого плохого. Почему нет? Там главный результат, а уж как он был сделан, без разницы. То есть я не вижу в этом плохого, главное просто понимать, ну, как бы, как это правильно использовать, чтобы не было во вред, потому что многие там говорят, вот, нафиг мне там моделировать, есть там DAS, там еще что-то там, да, и я там все сделаю, и все. Да не вопрос, конечно, можешь сделать, да, но, естественно, как бы, как 3D-шник, ну, развиваться не будешь, скорее, ну, 3D разные, конечно, бывают направления в том плане. Вот. Но это что-то получается вроде конструктора такого. Когда уже есть готовые лего, да, когда есть готовые детали, и вам не надо создавать это лего, да, а уже, ну, уже есть готовые, как бы. Но вы зависите от этого лего, грубо говоря. То есть, какой вам набор сделали, условно, да, то вы на выходе и получаете. Ну, условно так вот, да, есть же лего там тематические вот такие всякие. Здесь у вас больше свободы, да, и в этом плане, конечно, лучше, если учиться делать с нуля, но использовать что-то... Почему нет? Я не вижу в этом плохого. Главное, грамотно, чтобы это все было не во вред. Новичку. А те, кто уже давно делает, им, они же и сами знают, чем надо. Так что здесь, я думаю, тут комплекса. Много очень мифов, конечно, каких-то, да, там, что надо, что не надо, какие программы вот использовать надо, какие не надо. И это порой новичков путает, потому что куча программ, с чего начинать непонятно, то ли с блендера, то ли еще с чего-то, да? То ли там... Так.
Но как вот с блендера, вот я говорю, начинать очень прикольно, мне кажется. Единственное, что рекомендация, опять-таки, это не то, что это личное мнение. Раскладка клавиатуры на индустриальный стандарт, чтобы на вывихе можно было легче пересесть на какую-то другую программу изучать. Типа Макса, Майя, там, еще что-то. Просто чтобы... Ну, можно, конечно, если, конечно, надо пересесть, и так переучишься, как бы, да, но это будет не так быстрее, может быть. Может, не так болезненно. Это бывает, я друг писал, я, говорит, майку открыл, говорит, и даже вращаю, говорит, ничего, говорит, не пойму вообще, что тут делать. То есть, по крайней мере, чтобы хотя бы элементарные принципы, они же везде одинаковые в 3D-программах, принципы, чтобы они были... идентичные, вам просто нужно было бы найти инструменты, которыми вы пользуетесь, и все. Вот я даже это в блендере попробовал поскульптить. Да, не удивляйтесь, такой тоже был эксперимент. Вот. И вы знаете, весьма прикольно. Единственное, что у меня нету после браша специфики по поводу плотности мешки. Чтобы блендер нормально вменяемо себя чувствовал, как бы вот так. А по самим ощущениям очень сильно похоже. И, кстати говоря, мне так кажется, что по скульпту блендер получше сделан, как бы, функционал, чем у Maya, например, скульпт, или у, как его, 3D Max. Они же тоже скульптят, как бы, но там это так сделано, чисто для вот, подложку сделать, наверное. А вот блендер уже там что-то такое посерьезнее. Он как бы... Ну, так как бы как с брашем, типа, ну, то, что конкурент, конечно, да, но очень сильно похоже, как бы. Я когда китчики там попробовал, мне показалось, что разница вот, по ощущениям не сильно так вот. Очень сильно, это, знаете, как я попробовал браш мини, где там вообще несколько кистей скульпта, вот... Ну, блендер чуть побольше, чем у Brush Mini, конечно, функционал. Но дискомфорта я такого прям совсем не почувствовал. Ну, в пределах вменяемого размера модели, конечно. Не говорю, что... Так, здесь народ говорит, что мне надо сделать побольше ему ноги раздуть, да? Мы сейчас это сделаем и у самой модели. Сейчас мы накидаем, а потом... Уже с камнями будет понятно, насколько ему тут что раздувать, а то неясно было. Так, давайте вот эту штуку, вот из этой штуки мы вот эту сделаем. Вот. Ну, блендер мне иногда интересно чисто... можно сказать, поприкалываться, как бы, да, что-то такое незатейливое, не тяжелое, по фану, так скажем, да, когда вот не надо там каких-то тяжелых работ делать, ничего не обязывает, как бы, вот, вот как бы, вот, не претендует на какой-то супер-пупер там чего-то там, как бы, то есть просто сидишь и по кайфу что-то там рендишь, например, там, из интереса. Вот в этом плане вот какая-то именно в этом есть. Ну, мне так показалось, как бы. То есть рабочий инструмент это типа Brush Maya, а отдохнуть, так скажем, да, блендер. Чего бы нет. Так. Где у меня трим динамиком, наверное? Да, ну, давайте попробуем трим динамиком. Я когда первый раз пересел на блендер, ну, не пересел, а открыл блендер, я, конечно, дико чертыхался, это вообще было что-то с чем-то. Я думаю, блин, кто такую фигню придумал, еще что-то. Вы даже не знаете, какая у меня была первая реакция. Это просто мрак. Не найти ничего не могу, кнопки не слушаются нифига, вообще капец. Ну, после всех программ, как бы, да, по привычке пытаешься хотя бы найти комбинацию среди типовых, ее нету. Думаю, блин, что за фигня, кто такую штуку вообще придумал?
Вот, мне там один друг говорит, типа, да у тебя руки кривые, типа того, мол, Blender классно сделано, там все хоткей, все быстро, все это, ну где там нафиг быстро, черт знает что, как бы вот так вот. Все, в общем, забавно было. Даже сейчас у меня вот новички в блендере уделают по знанию инструментов, которые есть в блендере, потому что я их почти не, ну, не знаю. Я признаю это. Так что со временем так ковыряю, но он же у меня не основной инструмент, и поэтому я активно им не пользуюсь. И, естественно, если даже, ну, что-то, конечно, запомнил, я запоминаю, но так вот прям копать бывает не копал, поэтому прям тонкости все могу не знать. Это как нужно было мне в блендере найти, знаете, ну, казалось бы, не умел скульптить кисти рук, не умел делать ступни, научился лицо, и анатомия сразу подцепилась на лету, и тут почему-то появляется барьер. Не могу сделать волосы, и все. Уже четвертый день сижу, пытаюсь понять, зачем люди придумали волосы. Такое тоже бывает. Так. Это... В блендере, короче говоря, мне надо было найти такую штуку, опять-таки по аналогии с Maya, где есть с кейшотом там, да, и еще что-то. Когда, допустим, делаешь рендер, тебе нужно сделать размытие камеры, то есть некая точка четкая, да, все, что в глубину там или в нефокусе, так скажем, да, оно размывается. Я в блендере, ну, как привык, что это в настройках рендера обычно, ну, в кейшоте там еще где-то там делается. Я и так, и сяк, и наперекосяк, вот, долго искал, тупил, где это находится, а оказалось, что это в настройках камера и фильтр, вот в фильтрах было. Думаю, елки-палки, не догадался бы. То есть тут тоже первый раз было вот такой забавный. Я экспортирую модель, а я точно знаю, что мне надо ее экспортировать с полигруппами. Чтобы у меня остались полигруппы, потому что я их потом использую. Он в Blender это называется Vectors Group, по-моему, если не ошибаюсь. В Maya это сеты, Materials, по-моему, ну, сетами называются. Короче говоря, мне нужно было сеты сделать. Вот. И нифига не понимаю. Делаю объект, да, экспортирую ее в Blender, а у меня нету этих полигрупп хренька. Или он мне делит их. Он мне делит их на части. На саптулу, условно говоря, да, как по аналогии с брашем. Отдельные мышки. А мне это тоже не надо, мне единая нужна. Вот. В Maya это все делается автоматически практически. То есть ты экспортом, как из браша ушла вот через голос, так она там и пришла. Ничего делать, выдумывать не надо. А вот с блендером мне такое не прокатывало. Тоже разрыв шаблона был, пока вот не понял, что там надо какую-то галку было включить. Ну, сейчас, конечно, знаю, как это сделать, но, блин, заморочка та еще была. Поначалу, когда вот много того, что спайка между брашем и Maya, она практически уже очень тесная, вот, а с блендером там немножечко как бы иначе. И вот это непривычно, то, что тебе надо еще что-то искать, делать, да, ну, как бы вроде ни к чему, привык, что вроде как везде все есть, а тут вот что-то не работает, думаю, почему? Вот. А вот потому что, вот, оказывается, там программу не знаешь, да, есть и свои особенности. Вот в Code тоже есть такая особенность. По центрированию модели тоже непривычно. Вот такие вот штуки, они весьма вроде мелочь типовые, когда привыкаешь, тупишь. Так. И у меня было такое, что я много времени терял именно на то, чтобы найти, как это... Я знаю, что мне надо, просто найти, как это сделать. Просто вообще, как это сделать. Где найти эту галку, да, где что нажать, чтобы это все работало. В этом была у меня сложность перес... ну, как бы, с блендером знакомства. Ну, первое.
Если когда научишься, да, там еще не знаешь, что тебе надо. Ай, ладно, там, как по тутору показывают, так и ладно, да. А хуже, когда ты уже знаешь, что тебе надо конкретное, прям вот именно получить вот то-то, то-то, то-то. Вот, и вот тут уже начинается такой дискомфорт поначалу. Вот бывает, в программу пересаживаешься, вообще не замечаешь. То есть ты открываешь, да, ты там что не знаешь, как бы, да, но оно как-то так сделано, примерно по аналогии с другими, что не замечаешь, как бы, да, ну, справочку быстренько нашел, там, да, какие-то штуки, и как бы незаметно. А вот что-то бывает, вот, прям тяжко идет. Блендер я не моделю. Моделингом я не занимаюсь. Обычно моделинг вот в блендере хорошо идет. Я, кстати, блендер изначально поставил как альтернативу 3D Max. Я 3D Max не пользуюсь давно уже. Вот. И думаю, ну, вроде как, там, ну, максимум только моделить, если только поставлю блендер, вроде поменьше весит. А так вроде майка есть там, пойдет. Вот. Я его заменил на блендер. Давайте вот так вот сделаем, да, нет? Вот так, наверное, да? И вот эта часть, вот эта здоровая такая, видите, она как раз ему вот эту ногу, вот в этом месте, она ему сейчас сильно добавит в объеме, я так думаю, вот в этой части. Так. Давайте мы сделаем клик-сейв. И, наверное, нам надо добавить с вами еще одну мышку. Так, по-моему, строк у меня там отключен. Сейчас я гляну. Lazy Mouse, да. А нет, подождите. Да, Lazy Mouse отключен. Ну и давайте сделаем здесь вот такую вот штуку. Где-то так. Ну да, наверное, как-то так, да? Вот эта штука. Мы ее сейчас тут что-нибудь с ней придумаем. Давайте мы, может быть, ее шире сделать вот сюда вот куда-нибудь. Мы же уже не знаем, что там, да? Давайте мы ее поинтереснее сделаем, куда-нибудь вот так загоним. Здесь она, мне кажется, плоская такой, как вот ребро такое, да? Ну, может быть, оно какое-то другое тут. И можем тут поэкспериментировать. Тут как-нибудь. Так вот. Здесь-то у нас ничего не меняется, да? А здесь мы можем что-нибудь еще изобразить. Так, что не так? А, понятно. Это из-за вот этой штуки. Вернем как было. Так, ну и пофлетим. А, давайте, знаете, что сначала, может быть, выровняем вот эти все штуки. А, хотя флетом их сейчас выровняем. Я же могу флетоном и добавлять, и убавлять. И вот здесь вот так вот мы это все поделаем. Ну, чё бы нет. Так вот даже мы. Так, мне кто-то здесь вот мы тоненько сделали, давайте-ка. Так было тоже тоненько, ну. Но
Вот. Ну, так вот. Сейчас посмотрим, да? Видите, здесь у него объем добавился у ног, вот здесь вот. И здесь вот тоже у него добавится. Я поэтому и говорю, очень сильно боялся. Сейчас посмотрим, у него вот эта нога. А вот здесь вот ему надо, мне кажется, добавить вот этот объем много. Я маленький сделал, да, судя по всему. Так, где у меня там моя камера? И... Здесь вот объема, да? Но у меня еще не в пизе стоит, да, малясь. Ну, вот этот булдыш, мне кажется, должен быть... Вот этот флэт, это вот здесь находится. Вот флэт превью. Я просто эту кнопочку вот сюда поместил. Вот. Обычно еще вот этой штукой пользуюсь. Но когда мне нужно очень большой, да, ну вот не хватает ее, да, я вот вот эту делаю. И. То есть, чтобы так вот было, да. Силуэт очень прикольная штука. Рекомендую чаще пользоваться. Потому что очень полезная вещь. Так, ну... Мы, наверное... Давайте вот эти штуки мы увеличим. Вот эту. Мы ее, наверное, в масштабе просто увеличим. Как-то... Так вот, что делать, чтобы не перегореть, и как зарядиться на продуктивную работу? Перегореть — это такая, знаешь, мотивашка, весьма такая индивидуальная, наверное, кому что. Как это ни странно прозвучит, но почаще отдыхать. Реально, кстати, от 3D вот бывает, только не, может быть, даже, ну, потому что 3D бывает, оно, когда сидишь, все однообразно, ну, как бы, да, уже парит. Вот. Насчет отдых за компом, не знаю, и, может быть, что-то другое. Какое-нибудь занятие. Ну, а в творческом плане, если не перегореть, то, наверное, мне очень интересно смотреть очень крутых чуваков. Не просто вот как бы вот коллег по цеху, да? А вот просто нереально. Прям сумасшедших каких-то. Хотя, с другой стороны, тоже вопрос. Кому-то это, может быть, и угнетать в том плане, что где я, где они, как бы, может быть, тоже плохо, не знаю. Вот. Но мне очень нравится как раз смотреть на очень крутиков, как вот на Скульптофе выступал Невил Пейдж, да, вот, ну, очень прикольно, как бы. Ну, тот же вчера Булгаров, например, ну, правда, инфо мало, а вот Невил Пейдж там час там интересно рассказывал. Вот. Вот это классно. Такой дядечка он. В возрасте такой, да, но такой мощный чувак. Когда посмотришь на его работу, думаешь, блин, надо что-нибудь такое хотя бы замоделить что-нибудь. Ну, не, может быть, не прям такое, но, блин, чтобы оно было интересно. Так, у меня вот здесь, смотрите, объем здесь у него ног, я вот думаю, может быть, ему вот этот объем визуальные нарастить за счет камней, и не обязательно повторять прямо как на концепте. Немножечко, может быть, отступим от него. Вот так вот, наверное, да? Заодно объем ног ему добавим. Этот вот. Вот здесь. На 3D зарплаты. Вы знаете, мне кажется, очень большая ошибка, наверное, смотреть на деньги. Мне так кажется.
Знаете почему? Они отвлекают. То есть, когда вы что-то задумали, да, вы думаете не о том... Вот, например, у меня всегда... Не знаю, как у кого... У меня, например, всегда азарт. А как это сделано? А можно ли это сделать? Или еще что-то, да? У меня бывает в чате в ВК задают вопрос. У меня не получается в такой-то программе там то-то, то-то, то-то. Почему? Я говорю, ну, скинь там что-нибудь, да, посмотрим. И мне иногда интересно решать вот эти головоломки, потому что, ну, как это, да, вот разобрать. И вот этот азарт, он, мне кажется, более важен, вот просто вот как бы вот сделать это. Не то, чтобы там я крутой чувак, а просто вот, как вот, знаете, дети машинку разбирают, чтобы посмотреть винтики там, да, как она устроена. Вот это типа вот такого же. И одновременно с этим получается, что задумать какой-то проект, а как мне вот сделать вот такую там текстуру? Как мне сделать вот, вот это вот? А вот что мне для этого нужно, да? Начинаешь копать. И вот этот азарт, он начинает захватывать, как бы, да, вот прям переть вот это все дело. И набираешь опыта не для того, чтобы тебе эти текстуры сделать, чтобы тебя взяли куда-то на работу, а просто тебя прет от этого. Ну, ты не можешь, вот как бы вот... Ну, как вот, ну, условно, такой, знаешь... допинг, так скажем, да, вот просто как адреналин, грубо говоря, люди получают адреналин не потому, что там, да, и чего-то, а вот просто их прет. Вот, мне кажется, если вот такое вот, то перегореть очень сложно, потому что все равно что-то будет такое. Перегорать начинаю, вот я, например, да, когда делается однообразие. То есть, когда все одно и то же, нету новых вызовов, новых каких-то задач, все как-то рутинно, одинаково, да, типовой пайплайн, там что-нибудь еще, там, да, вроде все понятно и так. А вот, кстати, наоборот, это больше нравится, потому что все понятно, и голову ломать не надо, ему все известно, как бы. А вот мне это напрягает, и мне кажется, как бы вот мне хочется чего-то такого свеженького. Новую программу, новый подход, новую фишку, новый прием. Или еще что-то вот так вот. Меня это вот, вот так вот заряжает, по крайней мере, все вот это. Может быть, вот и в это время как бы не о деньгах думаешь, а вот просто вот, вот как это сделать. И со временем из-за этого скилл набирается, и деньги уже смотришь, они как бы сами приходят. Тебя говорят, ой, слушай, чувак, там, да, ты вроде крутой чел. Или там, просто не крутой, а вот просто, да, там, слушай, сможешь сделать вот так, ты говоришь, да, смогу, там, да, и потом уже постепенно так. Не, ну, конечно, зарплата, она тоже влияет, да, но, опять-таки, у меня это шло от хобби. То есть, у меня это шло от хобби. Мне просто нравилось этим заниматься, а потом в какой-то момент думаю, ну, блин, а какая разница-то? Ну, плюс мне еще и за это деньги платят. С концептом... Ну, вот если ты даже какие-нибудь статьи почитаешь, да, считается как бы концепт, чтобы он был хорошо читаем. По силуэту, по цветовой как бы гамме, да, чтобы он не терялся, как бы, вот эту вся гармоничность, как бы, между материалами какими-то, вот. А если же говорить о придумывании персонажа, то, наверное, тоже можно часто, я согласен с этим, что очень классно, ну, если задачка, если ты сам придумываешь, да, конечно, не всегда такое бывает, но, как правило, вот, очень прикольно делать персонажей, у которых есть некая история. И, кстати, об этом же Neural Page говорил. Neural Page. Когда у персонажа есть какая-то история, говорит, тогда, исходя из нее, уже понятно, что делать с персонажем, да, то есть какие ему придумывать части, еще что-то, то есть кто он, так скажем, да. Вот. Мне понравился подход по этому поводу. Как говорится, знаете, это Пабло Нунес, ну, он часто его можно видеть, он на Пиксологике стримит, и это чел такой интересный. Вот, он интересно говорит, типа, говорит, представьте, что вы сели со своим персонажем, и он вам рассказывает, кто он такой. Вот. То есть там он говорит, вот этот чел, допустим, да, вот представьте, что он вам рассказывает, кто он такой.
да? То есть, ну, там, вы с ним сели, там, пивка попить, допустим, да, вот так вот. Он так сел на корточке, там, ну, привет, привет, там, да, как дела, да, нормально, ну, вот. Ну, что, ты откуда? Да я, вот, знаешь, там, с такой-то планеты прилетел, там, типа, да, там, вот, что там делал-то, да, вот, там, заруба у нас была, там, с такими-то чуваками, там, какими-то, там, да, вот, воевал, там, на такой-то, там, планете, например, там, или, там, я... там тем-то был, там, да, и так далее, как бы. Вот этот шрам у меня оттуда, этот шрам в боях натуда, это вот я там в гладиаторских схватках, это еще что-то. Вот, типа вот такого. Причем не обязательно придумывать прям вот прям супершедевр какой-то, а вот просто мысленно представьте, что он вам рассказывает, кто он такой. Вот этот подход очень понравился, потому что нет такого, надо придумать, кто он такой. Блин, да не надо придумать, кто он такой. Просто расслабьтесь, и он сам расскажет, грубо говоря. Этот подход очень понравился. Попробуйте, может быть, тоже зайдет вам эта тема. Вот таким подходом. Естественно, он это вам расскажет, откуда у него какой-то предмет. Вот у меня был такой-то бластер, у меня был такой-то там корсет, не корсет, а там доспех какой-то там, да, там... ордена такого-то, такого-то, да, вот на нем, видите, есть герб там такой-то, не знаю, гильдии там или еще чего-то, вот, а здесь у меня там, не знаю, там, какая-то там мантия знатного какого-то чувака там, ну, если не он, а вот кто-то такой, да, там, маг какой-нибудь там. Вот что-то типа из этой оперы. Мне этот подход очень понравился. Вот, попробуй, может быть, тоже зайдет такая тема. Весьма любопытный. И уже когда начинаешь скульптить, да, или рисовать наброски, да, вот так вот, он тебе рассказывает, а ты создаешь хотя бы ляпки какие-то, да, неважно, просто условные какие-то штуки, чтобы эту мысль удержать, вот просто чтобы она вот в голове была, вот просто что-то такое схематичное, с скульптом можно вот какую-то штуку накидать, допустим, вот это у меня будет здесь, вот у него какая-то там штукенция, там, да, вот просто чтобы не забыть для себя даже. А потом уже спокойно это все сделать ему, все, что вы придумали, уже будет понятно, что вы делаете. Вот, вот эта тема очень прикольная. Ну, а потом техническую сторону там уже смотреть, чтобы по силуэту, поэтому смотрелось красиво и так далее. Вот, вот, мне кажется, вот этот подход очень любопытный. Вот. Так. Давайте вот на колено, наверное, как-то, как я не понимаю, как он это сделал. Ну, ладно. Ну, здесь рисунок, понятно, мы тут придумываем еще попутно, так что у меня, может, чуть по-другому будет. Так, да? А давайте вот этот растащим, наверное, на колено. Хотя, наверное, тут сгибается. Может быть, и не стоит. Может, тут маленькие камушки сделать на сгибе как раз. Чтобы... Да, да, точно, давайте так и сделаем. Чтобы на сгибе у нас здесь были камни, которые при сгибе могли бы у нас тоже двигаться. Ну, не мешали ему как бы. Если это какое-то существо, то тоже подумать, где он мог бы там плавать, летать, еще что-то там, и так далее. Приблизительно, не надо загоняться прямо в супер историю придумывать, как бы. Достаточно просто какую-то небольшую историю, чтобы ее было достаточно, а для того, чтобы у вас концепт был в голове, ну, идея вот эта, она как-то сформировалась в вашем мозге, потому что мозг всегда у него такая особенность, что он начинает додумывать недостающие какие-то части, да, он начинает дополнять сам. Вот. Главное дать вот этот толчок первый вот, ему задать. Мне очень сильно помогают книги. Я вот читаю книги, когда, да, я, ну, в голове, я как бы воображение, как бы, знаете, оно начинает работать так или иначе, потому что вы не можете прочесть книгу и ничего не представлять, у вас просто этого не получится. Никак. Вот. Если вы смотрите, допустим, мультик какой-то или фильм, эта часть мозга не работает из-за того, что вы визуально уже воспринимаете то, что за вас придумал художник до вас. Вот. А вот когда вы книги читаете или аудиокнижку слушаете, тоже без проблем тоже так работает. Вот. А тут уже начинается вот это воображение, как бы. Оно тоже развивается. Так что
аудиокнижки, любые книжки, литр-РПГ можно послушать, да, то есть там из темы игр, допустим, да, там, либо еще что-то там, кому-то фантастика, прям вот. Литр-РПГ вообще, как бы, ну, я вот часто слушаю, кстати говоря. Вот. А там же как раз тема как бы игровая, да, игры я играю, но через книжки вот такие, да, аудиокнижки имеется в виду, вот, она мне это, как его, воображение как бы она дает, помогает. Ну, где-то, может быть... Давайте вот, может быть, мы здесь... Давайте поуже сделаем, знаете, как вот... Чтобы у нас излом был. А вот... Вот такой. О! Вот так мы сделаем. Вот как бы закручивается, да? Ну, вот... Вот таким образом. А вот так вот даже. Чего бы нет? Вот так вот. Колено ему освободил, да, для того, чтобы потом камушки сюда поставить для сгиба. Вот, мне кажется, прикольно будет. Так. Ой, Лен, привет, слушай. Здорово, что ты на стримчике. Мне тут народ пишет, да, я тебя-то и проглядел. Как же так? Вот задача-то. Так, тебя я проглядел. Так, а вот это я не помню, я здесь делал, но, по-моему, он у меня тут... А, вот, точно, у меня там много чего есть. И мы... Давайте-ка мы инфлетом вытащим вот эту часть. Так, только мне надо посмотреть, где я делал, но убедиться, чтобы мне тут... А, все работает. Вот этой штуки я вот не припомню, не было в Браше вот, вот этого в предыдущей версии. Сейчас что-то странно. Либо сейчас перезапустить его надо. Ну, после перезапуска, имеется в виду, может быть, он пройдет. В принципе, не мешает, но что-то я такого не припомню. Так, время... А, вот сколько... Так, ну, давайте... Давайте вот эту часть, я не знаю, из этой же сделать. Или давайте отдельно сделаю. Наверное. Пока вот с этим разберемся. Штукенцы еще вот такой. И знаете, я, наверное, ее заведу туда. То есть она у него идет. И вот куда-нибудь вот, вот сюда. Сейчас, ребят, просто мешает. Так. Вообще-то это лучше с Найфуком делать, потому что... Так. Потому что, когда далеко куда-то надо везти, ну, неудобно обычно кисточкой, а вот это растаскивает вот так вот. Очень прикольно. Ну, раз уж туда завел, тогда, может быть, и вот здесь вот довезти. Все равно она там здоровая такая. Ну, давайте сделаем. Вот так. Вот так я сделаю, а там я... О, так, подождите, у меня... А, все. Показалось, да и дайномаш не сработал. Почему? Так, и вот эту штуку мы сейчас, это вот эта вот область, мы ее доделаем. Здесь вот, наверное, тоже, может быть, на ногу вот сюда ее завести. Сейчас подумаю. Как-нибудь вот так вот. Так. Ну и вот так плавненько, чтобы туда у нас заходило, на саму ногу. Разберемся.
У меня получается рабочая область сейчас. Это вот эта вот окошечка. Из-за того, что здесь это у меня. Здесь я не могу ваши комментарии. А, не могу еще немножко подвинуть. Вот так вот. Ну так еще куда не шло. Так-то я на двух мониторах, а вот это все бы нашло. Вот это притягиваю ближе. Больше места. Так, ну давайте. Я пока просто плоскую сделаю, да, для того, чтобы как-то это типа в булдыж сделать, а потом загнем. Так, здесь вот так вот я, наверное. Так. Ну, пусть будет вот так. А здесь мы... Ну... Так вот. А чё бы нет? Даже можно так вот её ставить. Её подфлетить так, чтобы она была поинтереснее. Так, чтобы эти вот от камней как бы такие вот неровности могли быть, да? Ну, мне кажется, можно сделать, чтобы оно неровным было, а вот что-нибудь. Так вот. Так, здесь мы, наверное, знаете, что я, может быть, тоже здесь вот... Вот так вот сделаю. Вот здесь, мне кажется, надо ее больше сделать. Сейчас я подумаю, вот в этом месте. Визуально даже, мне кажется, надо растащить чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Вот, может быть, типа такого. Ну, примерно, да, чё бы нет-то. У меня ноги, видите, они стали пошире, сейчас еще тут добавим. И потом, может быть, я еще ему добавлю в объеме ноги. А что он у нас тут такой тяжеленький дядька? Наверное. Посмотрим. Здесь может быть... Ну, он в позе тут стоит, я пока не стал делать. Потом подумаю. Так, давайте вот эту часть здоровую тоже здесь наделаем. Ну, может быть, еще вот, вот эту часть. А вот здесь вот, я так понимаю, она у него симметричная, что ли? А, не, не обязательно. Похоже, что симметричная. Так, да? И здесь у нас... Сейчас я пока просто... Сейчас плоским сделаю. Мне нужно растащить в такой треугольник условный и потом подметь все это. Ой. А главное, чтобы YouTube тут что-нибудь неправильное не понял. У него... У меня был такой прикол на стриме, когда я делал девушку. Он мне анимешную, которая с этим с в ажурном таком сельете. И, короче говоря, YouTube решил, что я тут что-то какое-то непотребство показываю.
Она у меня, кстати, одетая была. Ну вот. Так вот и потаскаем еще эту часть. Так, да? И вот как-то... Сейчас мы тут быстро сделаем. Сейчас. Это, я думаю, вот так. Вот такой бы вот... Спил бы сделать, вот, было бы классно, да. Ну, у меня там и так стилизация, в общем-то, такая подходит. Может быть, и... И не обязательно было бы делать, ну ладно. Вот. Вылезает модель, но мне не хочется эту модель. Так, или я ее уже испортил? Нет, не испортил. Не хочется мне эту модель там двигать. Что ж такое? А, понятно. Я переключился на... Случайно переключился на модель тела. Переключился я из-за альта. Альт нажимал. Так, минуту. Опять. Да, опять я переключился. Надо альт не нажимать. Да что ж такое-то было? Ой. Альт нажимаю, и он... Можно отключить эту штуку, автовыбор. Бывает такое, что иногда не надо. Так, стример просто мешает курсором, показывая, что что-то на экране. YouTube, прочитав это как язык глухонемых, заблокировал за призывы к нехорошим действиям. А, ты думаешь так? Ну, может быть. Ну, я, кстати, им потом отправил эту, как его, ну, о протестовании претензий. Он мне восстановил видео, но стрим он меня убил. Я потом просто-напросто сгрозил, встречая эту версию на YouTube. Ну, на остальных-то было нормально. Вот, встречая потом просто восстановил. А то видео, которое он мне восстановил, оно было неполным, я его не стал... как бы, ничего с ним делать. Он мне его вернул, как бы, но куцаном. Ну, фиг там. Вот. Ну, такой тоже прикол был. Так, ну... Я так понимаю, у него здесь он более такой, знаете, треугольный. У меня он не совсем так. Вот имеет смысл сделать, как на концерте. Сейчас я подумаю. Типа такого.
здесь у меня уже мешка начинается, да? А мы тогда вот что сделаем. Я вот здесь вот я ему продлил. Туда завернул ее и все. Ну, или здесь пошире сделать. Ну ладно, пусть будет так. Хотя странно выглядит, если честно. Здесь у него вроде ничего, а на деле какая-то дичь. Ну хорошо, а если вот так, как мы вот здесь он сделаем какой-нибудь. Типа камни, да, чтобы она. Вот так будет лучше. Как вот здесь вот дело, да? Но мы, наверное, чуть дальше пойдем. И, может быть, вот здесь вот. Я, наверное, вот так вот сделаю, чтобы это было не сильно одинаково, а вот как вот здесь сейчас мелких, тем более, тут будет много, оно как раз распределится. И вот возможно, что вот эти площадки сверху, я их тоже хочу убрать. Они освещением светятся, и вот эта звезда, она что-то как-то напрягает. Ой. Мне не нравится пока, поэтому вот так вот сделал. То есть как бы все то же самое, но обезличим, да, вот эту форму вот эту. Ну, вот так вот, наверное. Да, наверное, так будет лучше. Плюс еще вот эти мелкие туда еще добавятся, да, и они разобьются вместе с ними, и будет как будто бы это все из одной оперы. Так, ну... Вот эту часть нам надо сделать. Иди. Мне кажется, многие сделать дальше проще. Я очень надеюсь, что я успею его еще поковырять, доделать в офлайне, ну, потому что это будет все то же самое. Только с других сторон. Нового тут ничего не будет. Мне уж больно хочется на стримчике его покрасить. А вот это будет с вами интереснее. Так, вот здесь вот я вот что думаю. Надо вот это убрать. А вот тут мы потаскаем. Или вот так сделаем. Да, вот так можно сделать. Ну да, можно вот эту часть ему описать вот с этой стороны, которая вот здесь идет вдоль вот этой мышцы портняжной. Мы ее, наверное, и обыграем тут. И... Ну давайте... Обыграем еще мышцы, которые у нас приводят ноги. Вот так вот. Причем я хочу неровно сделать. Так, здесь вот тоже свои были. Вот как тут вот части. Может быть, имеет смысл... Здесь, наверное, надо было кисточку Splash взять, я не дам стандарт. Ну, хотя, наверное, на этом разрешении, по-моему, без разницы. Вот так вот.
Так, да? Ну вот так, и здесь мы тоже, наверное, прорубим вот такую тему. Только я, наверное, возьму другую альфу. Мне надо, чтобы она была, знаете, такая, ну, может быть, вот сейчас я вот среди этих, вот такая, наверное. Такая. У нее точка, видите, а дальше плавный большой переход, и будет более плавный загиб изнутри. Размер вот этот. То есть у данного стандарта можете менять альфа, и будет она немножко иначе работать. То есть вроде все то же самое, а на деле, видите, она по-другому давит. Иногда прикольно. Так, чуть поменьше теперь сделать. Ну и вот так продавим еще. Ах ты, сейчас минуту. Надо вот здесь продавливать. Вот так. Очень прикольно, это в 21.7 добавили Just at Last. Just Last, короче, очень, очень удобно. Она, ну, и раньше похожа была функция, но она такая удобнее лежит теперь, и прикольно. Она была, ну, это была совершенствованная вот эта штука того, что было. Так, здесь мы, ну, здесь можно набрать даже, да? Вот. Так, что? Вот так. Поле ждал, да? У меня все супер. Немножко иначе сделаю, да? Ну, чтобы поразнообразнее было, но. Вот так вот. Здесь мы ему. Давайте тоже добавим. Тоже у меня была мысль вот в этом месте ему сделать побольше, а в этом притопить. Чтобы вот этот силуэт ноги мне как бы был. А вот так вот. Здесь бы, конечно, вот это завести дальше бы, ну попробуем. Нет, ну как бы не совсем то, что мне хотелось, если я что-то вот там делать. Ну да, можно его так оставить. Сейчас мы тут пошире сделаем, ну, вот эту часть. Но мне что-то кажется, ну, как-то слишком линейно, наверное, совсем, да? Надо что-то разбить, в общем. Либо каким-то флэтоном. Либо еще как. А, сейчас попробую, знаете, как пинчи, может быть, тут сдвинем немножко вот эти части. Вроде как они...
Ну вот, да, может быть, вот так вот. Типа стык у них просто поплотнее сделать. А вот тут нам надо бы... Сейчас. Надо бы как-то, короче, более каменное, вот рубленное что-то сделать. Так вот, наверное. Чтобы оно не было у нас слишком, ну, таким... одинаковым. Здесь мне не нравится, смотрите, видите, очень огромная такая площадка вот здесь вот. Она как бы прикольно, но не очень. Хотя она как бы тоже большая, но мне не нравится. Я думаю, здесь надо притопить эту часть, да, сильней. Здесь на силуэте пока не очень понятно, потому что мне руки мешают, но мне очень хочется это притопить туда. Вот, да, вот что-то может быть ближе к этому. Чтобы вот эта часть была, ну, не такая прям сумасшедшая. Вот. Давайте посмотрим, что вообще вышло хоть. Не, ну что-то да вышло, конечно, но надо допиливать все это дело. Видите, не хватает еще вот этой части, да? Наверху много чего не хватает. Так, время уже 5 часов. Здесь вот не хватает. Ну, видите, много времени все-таки уходит. Ну, ничего страшного. Так, ну, наверное, знаете как, я надеюсь, что на следующем стримчике я добью эти все камни, которые у меня тут есть. А, давайте еще, знаете, что посмотрим. Можно, конечно, эти все штуки убрать, которые тут не доделаны, ну, так можно хотя бы, да? Мне интересно подвигать сейчас свет и посмотреть, как это все может выглядеть. Я люблю так делать, чтобы просто оценивать вообще, что и как у меня тут затеняться будет на рендерах. То есть какие будут у меня темные участки могут быть. Потому что светильник начинаешь делать, да, и может быть такое, что ну, какие-то участки темные, и, может быть, их как-то... Они могут не очень смотреться, да, какие-то... Не то, что темные, а просто какие-то части либо пропадают, либо еще что-то. И вот, может быть, какие-то изменить, может быть, если... Или просто не очень так смотрится. Вот, я люблю светом играть вот так, чтобы видеть. Также я еще люблю, знаете, что делать? Просто раз уж есть у меня такая тема, материалы. У меня есть шейдеры от типа комиксов таких. Так вот. Или, например, давайте вот здесь сюда. Вот Бэтмен, типа. Ну, здесь тоже не очень. Надо что-то такое поярче. И вот это Бэтмен. А мне нравится он. Что-то вот из... такого. Вот такого. И вот потом вот 2D-шки, да, в 2D-шке это можно обыгрывать. Очень даже прикольно. У меня много перещелки тут можно бесконечно, да, это от у Пабло как раз вот. Я набрал. Очень интересные штуки, мне понравились.
под разные. Он, кстати говоря, показывал, как делать самому такой шейдер. Вот, как это делается. Ёлки-палки, это не подходит. Это тоже не подходит. Ну, ладно. Есть, кстати, такие под 3D-печать. Вот если бы, допустим, я печатал бы, есть такая тема, когда вот они под материал похожий, как пластик. Например, вот, типа такого. У меня пластик на принтере, не знаю, похож вот, или вот такого, например. То есть можно заранее представить, как это могло бы быть на рендере. Да, у меня много и материалов, и кистей, и там полно всего. Ну, давайте еще. Вот здесь вот я синенький взял, да, можно. Какой-то я взял, какой вот такой я взял. А, это комиксовый. Мне хотелось бы 3D-печатный какой-нибудь. Вот такой попробуем. Не, такой плохо. Так. Я уже забыл, какой я брал для 3D-печати якобы, да? Вот этот, наверное. Вот этот. А, это он с патиной. Ну да ладно. То есть, те, кто занимается 3D-печатью, да, вот, можно заранее представить, как это могло бы выглядеть после печати. А у меня еще, кстати, в кейшоте есть материалы, которые я прям сделал под жижу на 3D-принтере. Вот, на моем 3D-принтере, да, есть смола. Прям один в один. И когда на в кейшоте делаешь рендер, прям вот четко получается, очень сильно похоже, так как если бы я напечатал бы на принтере с таким же материалом. Все прям как оно должно быть. Тоже иногда прикольно смотреть, как это могло бы быть. Вот. Но его еще надо, видите, надо его еще поставить в позу, чтобы он был нормальный. Видите, голова-то у меня сейчас не в позе, да, сам он тоже. Видите, немножко как бы вперед такой, ну, наклон вот его вперед и как бы. Ну, то, чтобы шаг как бы на цыпочки как бы чуть-чуть встал. Вот этот прогиб, а надо ему тоже сделать, чтобы он ноги чуть расставить. Вот эту часть. Видите, вот расстояние между ног у него здесь будет больше. И видите, ноги все-таки наросли у него сейчас. Вот, вот тут я еще не добавил. Но я думаю, то, что не зря я сделал, что ноги не стал делать больше, толще, особенно вот здесь вот, потому что вот эти булдыжи, они сильно, вот это, кстати, не на месте, что я, судя по всему, он выше должен, вот этой штуки я не вижу, видите, пропало. Ну, я так понимаю, у него вот эта часть выше должна быть, а это почти под нее, ну, разберемся. То есть вот это все мы потом сделаем. Вот. Ну, все-таки интересно еще какой-нибудь материальчик под 3D-печать, который мог бы быть. Мало ли, кому интересно. Нет, это темный. Мне очень нравятся материалы, знаете, которые начинают играть со светотенью. Такие, чтобы на контрастах было. Вот, очень прикольно. Могут быть это. Ох ты. Это. Ну ладно. Даже вот такой есть. Дядька Слизняк у нас получается. Ладно, ребят, на этом давайте закончим. А на следующем, я думаю, я продолжу уже, надеюсь очень, да, что мы будем его красить. Вот, чтобы он у нас был такой уже, добраться до покраса. Ну да.
Вот, доберемся до покраса уже, чтобы было это поинтереснее. Как проще поставить персонажа в позу? Вот ты знаешь, персонажа в позу, они, раз ты тему такую задал, мы уже вроде как закончили, чуть-чуть можно посидеть. Я вообще раньше ставил через либо через транспоз, либо через зисферы. Вот. Я не всегда делаю позы через риг. Почему? Потому что если мне нужна только поза, на риг может уходить много времени. То есть это надо ее ретопить там или что-то еще, потом ее ригать, скинить, потом в позу, просто для того, чтобы много времени уходит, не годится. Я обычно делал так, короче. Делал ремеш с редкой сеткой. И добавлял, ну, сколько нужно сабдивов, и проджектил. Потом спускался на самый нижний сабдив и через либо зисферы, либо через транспоз мастера я гнул эту модель, короче, вот, через маски. Почему я делал на низких сабдивах? Потому что там очень мягко можно сделать переход из-за малого количества полигонов. Идет мягкий переход между маской. И она легче гнется, короче. Да и сама по себе легче гнется. Вот. Поэтому это есть, кстати, на стримах у меня, где часть тела у четырехрукого чувака. На вас найдете, там есть, где я им руки ставил. Но там, часть позинга есть на стримах. Вот. Если же сейчас вот они, кстати, добавили такую штуку. Давайте я верну нормальный материал, который мне привычен. Так, это не тот. Basic Material, а где у меня стартап-то мой? Ну ладно. Вот. А теперь же они добавили такую штуку гизма. Когда можно через Focal Shift все менять. Вот давайте попробуем. И, кстати говоря, здесь заодно можно проверить, как это будет работать с мульти-сабтулами. Ну, например, если я замаскирую вот эту часть. Давайте я возьму лосо, такое вот, да? А, нет, надо сначала мне... Так, ребят, сейчас, минуту, надо сообразить. Бутерброды, вот эти вот, да, это то, что нам понадобится. И, кстати, они говорили, как это все сделать, выделить. А, вот, маска здесь работает. Отлично. Все, теперь надо в бутерброды загнать вот этот вот... вот эту модель. Насколько помню... Сейчас я вот так сделаю. Обычно кисть все. Не это, а где мне? Так, как-то он говорил, то ли через Alt. Alt-Shift, Shift. Короче говоря, можно этот бутерброд сделать так, чтобы он был на... А, елки-палки, я не тем выделяю. Ctrl-Shift надо. Вот. И теперь смотрите, если я выделю все вот это вместе взятое. Так, X я отключу, симметрию. Так, минуту. У меня один сабтул, но двигаю я весь. Идея в том, что, короче, если я сейчас замаскирую, например, половину корпуса, прокатило. И теперь мы поставим сюда гизма. И вот здесь выкрутим Focal Shift. Focal Shift нам будет указывать, что у нас эта штука должна двигаться. Так, это я что-то не задел. Да, какую-то часть. Так, а если я не буду...
Видите, он сгибаться начинает вот так сильно. Fatal Shift, если я сейчас увеличу, он начнет сгибаться еще сильнее. И вот, вот эта тема, короче говоря, вот надо ее использовать. Я не пробовал ее на мультисаптулах. И прокатит ли. Так. Пока ушел до конца, если я сделал... А, или он, по-моему, влияет от кисти. А, вот как. Focal Shift, если я убираю совсем, у меня она не работает. Да, но так и должно быть. Если я убираю в 0, в минус 100, он не работает как обычная... как обычная тема. Вот видите, здесь неплавный переход вот этот. Вот я как раз из-за low польки я как раз и делал так, чтобы это было нормально. Здесь, видите, у меня просто-напросто нету маски на остальных частях. Может быть, их тоже надо маскировать. И? Нет. А, он дайномешит. Все, ребят. Я надеюсь, он не повиснет. Я надеюсь, я сохранил что-нибудь. А, вот. Сейчас я тут динамош отключу, чтобы он мне тут не мешал. И вот здесь я отключу на другом софте. Это, ребят, эксперимент, поэтому тут, извините, если я тут косячу. Это вот просто новая штука браши, я просто смотрю, реально ли это все использовать, или как-то надо по-другому посидеть подумать. Так что если я тут что-то придумаю, может быть, на заметку, когда вы поставите такой браш, вам может пригодится. А может и нет. Вот я поэтому и хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Вот, я замаскировал все, что мне не надо. Бутерброд у меня есть. И начинаем это все гнуть. О, работает. Работает. Теперь мы вот это... можем... вот так вот гнуть. Но Focal Shift, наверное, в данном случае не актуален. Он немножко не так работает, так как хотелось бы, но... А вот мульти, как бы, мульти-выбор вот этот вот работает. Это очень прикольно. То есть я могу его выставить в позу сразу, так как надо. Вот здесь смотрите. Видите, когда я начинаю делать вот так вот, у меня здесь такой залом идет. Это потому что маска вот здесь вот, ее надо делать очень мягкой. Поэтому я обычно ее смягчаю прям сильно-сильно-сильно, чтобы она была такой совсем плавной. Именно по этой причине я люблю делать не на такой вот плотной сетке, а на попроще, чтобы вот этот переход был вообще максимально плавный. Вот, ну здесь еще как-то более-менее. Здесь, правда, надо по позвоночнику, я не так сделал, по пояснице делать. Поясница, чтобы сгнулась. Ну, плюс-минус, конечно. Вот у нас сжиматься начинает человек. Сейчас я выставлю вот так. То есть пресс у нас начинает сжиматься, видите, как вот у человека. То есть если бы я еще плавнее бы сделал бы, например, вот здесь вот, сделать intensity поменьше, да, например, и вот здесь подскутить мягко-мягко-мягко вот, кисточкой. Ой. Вот этой обычной. Так, Lizzy Mouse мы отключим. Так, что тут? А, Lizzy Mouse, вот это, наверное. Во. Совсем мягко-мягко-мягко, интенсити поменьше, чтобы она слегка-слегка прям вот так вот, даже это много. Вот так вот. Но это я, возможно, сейчас сложно, может, покажется, но на самом деле вот сгибал я обычно вот таким образом. То есть, мягкий переход между
мышкой. Здесь... Вот. И тогда нормально получается. Здесь в чем особенность? Потому что я тут... Ну, маска она такая, здесь надо ее смягчать сильно-сильно-сильно. Вот, кстати, не помню, intensity вот это или нет. А, intensity вот это должна быть. Все, понятно. Сейчас. Верну назад. Просто мне хочется очень мягко перевести вот этот пресс. Где я делал-то? Вот так вот, да? И... Я забыл, что это мягкость не интенсивность, а через цвет. Маска это, по сути, серый цвет. Вот. И вот так мягенько вот это все мы тут заскутим маской вот так вот, да? Вот. И он у нас начинает уже мягче работать. Но в чем тут особенность? Это то, что я обычно скульп делаю не на чистовом, когда уже все-все-все сделал, а на среднячком. Потому что когда я начинаю вот так вот позу ставить, у меня начинают все равно быть искажения, надо подскручивать. И потом, если есть микрорельеф какой-то, кожа, еще что-то, ее надо будет все равно восстанавливать. Это неудобно. Именно по этой причине я обычно ставлю в позу, как бы, ну, в середине модели, до того, как я мелочевку сделаю. Вот, а так вот я примерно вот, вот так вот делаю. Давайте мы, допустим, немножко у нас так, а здесь у него ноги даже, наверное, не так. Вот так вот. И мы ноги ему немножечко вот так вот отодвинем. Так. Здесь слетело у меня, да? Так. Вот это мне тоже надо, и вот это. Вот. А, ну я инвертнул маску, все, я понял. А там-то я не инвертнул, все, я понял. Видите, я еще не привык к мультисаптульной штуке, но... Видите, что-то я забыл. Так, по идее, должно быть как надо. Непонятно. А, голову я забыл. Вот что. Так. Вы задолбали своим спамом. Во. О, вот он немножко так вот назад отстранен, смотрите, да? Вот так вот выгнут. Ну, и корпус ему тоже надо немножко это. И вот что прикольно они сделали, теперь, может быть, и было этого раньше. Я просто никогда особо не делал сразу. Я обычно позу ставил и делал лайер, потом делал остальные примочки. Но смотрите, что прикольно, то что можно работать с кучей софтулов, да? И вот этот позинг выставить тогда, когда уже много предметов. Вот это очень здорово. Вот. Я, наверное, так его и выставлю, скорее всего. Тут ногу мы тоже можем же вот так вот выделить. Вот. Вот так вот, да? А, может быть, имеет смысл объединить вот это все на один саптул, чтобы, ну, удобнее было. Так.
И вот здесь вот ему. Здесь у нас что? А, там низа нету. Ну, допустим. Мы просто замаскируем. И теперь вот если мы вот это все сгладим, я маской маску вот выделяю, а потом начинаю тыкать на модель. Он начинает ее сблерить. Вот так вот. Но когда очень плотная сетка, этот блер почти не видно. Именно поэтому плотность тут тоже, когда большая, неудобна. А вот здесь вот вроде прокатило. Ну, плюс ко всему, можно еще подскуптить саму вот эту вот этой кисточкой. Да, плавный переход, если плотная сетка, то смягчить. То есть вот буквально там 35, там, да, вот совсем чуть-чуть. Если надо. Ну, давайте попробуем ему ногу эту немножко отставить. Как я понял, она не отставлю. Вот по месту вращения ноги, ну плюс-минус на самом деле вращение там идет, но мы пока так начнем. А, ему надо все это мерить. Вот, и вот так. А, рука еще. Ну, супер. А, нет, руку эту тоже надо сделать. Она не должна мне двигаться. Вот так вот. Может быть, она у него еще развернута немножечко вот так вот. Это надо не здесь делать. И здесь. Ну, это лучше делать, знаете как? Очень плавно пол ноги, вот я обычно так делаю, я разворачиваю. Ну, пока не буду этого делать. И может быть ему еще немножко ее отставить назад. Вот она. Если мы посмотрим, да, вот на таком ракурсе, как раз вот разлет ног примерно вот такой вот. Не знаю, стоит ли вот эту ногу ему отставлять или нет. И ему осталось только повернуть голову. Давайте попробуем это сделать. Я увлекся, честно, ребята. Уже стрим завязывать надо, а я уже утонул. Мне даже самому интересно стало это все сделать. Сейчас попробуем. Так, я думаю, вот как. Мы вот это берем маску. Здесь мы уберем маску. Здесь мы уберем, но нам надо вот эту голову часть, сейчас мы найдем, где она у нас, ее надо замаскировать. Точнее, наоборот, нам надо замаскировать. Я просто через инверсию сделаю. Вот. Сейчас, ребят. Вот это. Я вот всю эту голову я хочу... Вроде бы... Ничего не зацепил лишнего? Вроде нет. Вот так вот. А, нет. Вот он, да? Можно это сделать вот так, то есть скрыть ненужное. Вот так вот. Ой. И замаскировать вот это все. У нас треугольник тут нету. Вот так вот. Теперь инвертнем. И голову надо еще сделать. Голова у меня вот такая. Все, да? Теперь, если я сейчас возьму вот эту гизму, мне надо убрать у него, чтобы он мне не делал саптулы с телом. То есть, грубо говоря, мне надо их отключить. Для этого... Так... Чутка алкашного взгляда, как у оригинала, не хватает. Ну, так даже лучше. Ну, алкашный еще покрасим, ничего, синяки добавим чуть-чуть. Так. Вот эта часть нам нужна, и вот эта часть нам нужна. Вот так. Так, и мне кажется, у меня слетела маска. Нет, вроде нет. Давайте попробуем подвигать, будет ли у меня двигаться. А, вот, отлично.
И еще, знаете что, я, помните, делал вид камеры? Вот, это вот так вот, да? И давайте мы вот его... Вообще-то неправильно, нужно, знаете как, поворачивать голову относительно там, где у нас поворачивается шея. Это где-то вот здесь. Давайте верну камеру. И на нас он будет смотреть. Ой, не на то. Ну, примерно, да? Так. Сейчас бутерброд уберу вот этот вот, где он у меня. Вообще, мультисофтульная тема мне понравилась. К ней, конечно, привыкнуть надо. Но очень здорово. То есть я могу теперь не заморачиваться, как, а вот сделать так, как вот угодно, а потом уже поправлять. Вообще, вот обычно я вот так вот в позу ставлю. Но здесь простая поза, практически ее нету. Бывают очень сложные, замороченные, динамические позы. Вот там уже, да, посерьезнее как бы. Не заморочка как бы, но вот здесь вот, вот так вот. Вот. Ну да, мы его потом покрасим. Я думаю, вот на этом мы остановимся. Я сохраню это. Сохранить-то сохранил. И что мне так оставить получается его? В позе. А почему бы и нет с другой стороны? Все равно уже пора бы. Ну, наверное, так и оставлю. То есть я просто думал, сохранить мне файл в исходном виде или нет. Или, наверное, я так и оставлю. Сразу же по факту и смотреть. Да. Вот он чуть-чуть вот так вот, да. Эта нога у него опорная. Ну, может быть, у него чуть-чуть согнута. Но я боюсь, что он будет как будто, знаете, это вот из этих штук как кажется, что она у меня согнута. Если я тут поправлю, она будет, может быть, и согнута, но... Вот здесь у него тоже, видите, на цыпочках стоит, у меня такого нету. Погнем потом еще. Ну, думаю, где-то вот так вот можно пока оставить дядьку. Да. Мы на этом... остановимся где-то так. Скиншейп не годится, да? Подраса не хватает. Только вот отсюда что взять. Вот этот чувак, да, у меня был. Нет, это мне интересно. Какой-нибудь такой материал, вот что-то с одной стороны темненький и... Так. Может быть, и мне... Так, это Digital Clay, они не подходят. Наверное, вот из этих что-то. Ну ладно. Из всех, наверное, все-таки вот этот синенький был... Он будет темноват, но... Ну, прикольно. Я имею в виду тот, который не комиксовый, а вот от печати. Ладно, ребят, на этом давайте остановимся, а то я тут могу, наверное, в вечность сидеть и сидеть и сидеть, а уже время много. Вот. И на следующем стримчике мы с вами тогда сделаем, наверное, покрасом займемся. Я очень надеюсь, что у меня будет время добить эти булдыжи у него, и мы сделаем покрас. Так... Ладно, все, да, никто ничего больше не пишет, отлично. Все, ребят, спасибо, что пришли, интересно было пообщаться. Вот, всем пока, до следующей субботы, до покраса, пока.